Доброе утро! Доброе утро, дорогая команда! Давайте проверим с вами связь. Ставьте быстренько свои плюсики в чате, что все хорошо слышно, видно у вас. Дай бог, чтобы нам сегодня не помешали никакие сбои в интернете. Отлично, плюсики вижу. Все замечательно, все хорошо. Ну что, я рада вас поздравить. Первое, во-первых, с началом зимы. Ну, снег, это громко сказано. Как бы вот у нас тут в Харькове снежок. Давайте похвастайтесь, остальные города. Какая у вас погода? Я думаю, что в Одессе еще, наверное, точно все в море купаются. Есть там такие отдельные личности. Вот, сразу Одесса пишет, что у нас нет снега. И, дорогая наша команда, нашего любимого и обожаемого спонсора Жанны Платоновой. Я от лица нашего лидерского совета хочу сообщить вам, что мы не стали дожидаться начала Нового года, да? Мы знаем, что этот год все-таки закончится. Он закончится 31 декабря, и все у нас с вами пойдет на рост, да, пойдет все вверх. Ну, бывают иногда такие года, как 2020, но он заканчивается. Поэтому мы не стали дожидаться его окончания в твердой уверенности, что все происходит в этой жизни так, как мы хотим. И поэтому мы решили, что вот начиная, видите, со 2 декабря, с сегодняшнего дня, с сегодняшнего месяца, и так будет регулярно, каждый вторник, да, у нас будет каждого месяца, ну, в начале месяца у нас с вами будет академическая школа, и это будет очень серьезная, мощная обучающая школа, которая будет обеспечивать трехмесячный старт новичков. Значит, я рекомендую быть здесь абсолютно всем. Почему? Потому что, первое, вы находитесь в статусе спонсора, если у вас есть люди. И эти люди задают вам вопрос как спонсору: а что же мне делать, а как работать, а с чего начинать? Значит, спонсор тоже находится, да, в каком-то таком раздумье, а что же мне делать с этим новичком, а как, а с чего начать, да? И вот, друзья мои, вот это вот с чего начать и что мне делать, это вообще два самых главных вопроса в нашем бизнесе. Поэтому я за то, чтобы мы с вами имели такую, знаете, классную командную возможность. Каждый месяц, вот за три месяца посещения этих школ вы должны сделать очень серьезный старт в своем бизнесе. Вот это мнение нашего лидерского совета, и мы сделаем все для того, чтобы вот команда наша с вами продвигалась и продвигалась достаточно серьезно. Поэтому у нас с вами будет два мероприятия в месяц, два. Это в начале месяца у нас с вами будет идти академическая школа. И я хочу сейчас, чтобы вы взяли свои вот такие блокноты, да. Во-первых, вы записывали сюда все. Во-вторых, вот прямо сейчас открыли и записали, что у вас будет командная поддержка на двух мероприятиях. Первое – это начало месяца, да, каждое начало месяца у нас с вами академическая школа, вот, и у нас с вами раз в месяц будет проходить очень интересный клуб для наших VIP-клиентов, куда вы сможете по ссылке приглашать своих гостей. И эти гости, они будут получать очень интересное общение, они будут общаться с экспертами, они будут, в общем-то, знаете, такой очень большой кругозор свой расширять для того, чтобы покупать и пользоваться продукцией компании Janes. То есть я думаю, что вы заинтересованы в том, чтобы ваши люди посещали такие мероприятия. И вот могу вам сразу сказать, что на такое мероприятие вы имеете возможность пригласить 5 человек. Вот каждый наш, да, член команды. Ну, а на академической школе вы должны быть, и это вообще даже не обсуждается. Ну, второй вопрос, который хотелось бы мне сразу сегодня, да, как ведущая этого мероприятия, осветить. И сказать вам, дорогие друзья, что на этой академической школе у нас будет возможность запускать новых спикеров. Здесь будут появляться наши с вами новые интересные истории, новые легенды. У вас
у каждого, по сути, кто будет активно продвигать свой бизнес, у вас будет возможность вот получить микрофон и камеру и выступить на очень нашу большую аудиторию, на всю команду, провести раздел какой-то академической школы. И таким образом вы обязательно начнете свой рост как спикера. Но считайте, что вы читаете очень большую презентацию, например, в очень большом зале. Не обязательно нам с вами ждать, пока мы соберемся, например, в Меркурии, да, и компания Janes, присоединится Janes, будет проводить там мероприятие. Мы с вами можем проводить его сами каждый месяц, и вот здесь вы будете выступать, и я думаю, что нам будет каждую школу нам будет очень интересно, потому что согласитесь, что слышать видение, мнение каждого человека, который чего-то добился, у него это очень хорошо получается в этом бизнесе, да, это очень важно. Почему? Потому что мне лично тоже это принесет какие-то фишки, какие-то новые знания, приемы. А что это означает? Это означает, что завтра я уже закрою ту сделку, которую сегодня никак не могла, да, реализовать. Так вот, друзья мои, сегодня вас ждет просто звездный спикерский состав. Сегодня, вообще с сегодняшнего дня вы начнете понимать те 5 шагов, которые вам нужно делать ежемесячно, ежедневно, ежечасно для того, чтобы этот бизнес раскрутился. Ну и мы с вами обязательно будем обсуждать 2 стратегии. Вы будете использовать ту, которую вам подходит, вам удобно. Вот. Ну и если я добавлю сейчас вот к этой идее нашей, да, академии, то, что ну, практически все команды, все очень большие взрослые команды Жанны Платоновой обеспечены техническими ресурсами, платформами, там, да, обучающими и так далее, я думаю, что ну, у вас просто нет никакого шанса не сделать этот бизнес. Поэтому я хочу сразу сказать, чтобы вы настраивали себя, своих новичков. В первую очередь, ты не просто сам должен прийти на эту школу, ты спонсор, в первую очередь, да? Ты должен проследить, чтобы здесь была твоя команда. Друзья мои, мы будем работать примерно 2 часа, потому что это очень серьезные вопросы. И мы хотели бы не просто так, знаете, проскакать галопом по Европе, а мы хотели бы разобраться в них достаточно серьезно. И если у вас останутся какие-то мелкие детали, которые вы не поняли, вы всегда разберетесь, вот, ну, конкретно запишите вот в этот свой блокнотик вот эту деталь и разберете ее со спонсором, да. К тому же не забывайте, что у нас с вами есть общекомандные чаты. Для чего эти чаты созданы? Для вопросов, для общения, а не только для сообщения о промоушене. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, да, обязательно. Я всегда говорю такую фразу, пусть с этого момента ваша фамилия станет Достоевский. Доставайте своего спонсора, именно тот человек, который достает своего спонсора, он в этот момент находится в движении, в прорыве. Те люди, у которых нет вопросов, это значит, что сейчас полная тишина в бизнесе, пауза, никто ничего не делает. Ну, согласитесь со мной, вот поставьте свои двоечки, да, что когда ты что-то делаешь, хоть что-то, сразу появляется вопрос. Ну, вот прям тут же появляется вопрос. По всем, вот куда ни ткнись, по бэк-офису, по продукту, там, что сказать, что ответить, какую, сразу появляется вопрос. Поэтому и у кого нет вопроса, друзья мои, все, нужно выходить из тени и начинать, да, включаться. Поэтому чаты нам с вами в помощь. Не бойтесь никогда показаться каким-то там глупым, что вы задаете вопросы. Наоборот, человек, который задает вопросы, запомните, в глазах спонсора это человек, который движется. Вот когда нет вопросов, это намного хуже. Это просто ужасно, когда нет вопросов. Ну все, друзья мои, если вы согласны, и мы будем работать, и я попрошу вас выключить все свои котлеты, чайники. До 9 утра вы уже могли поставить себе чашечку кофе, стакан воды. И, пожалуйста, еще одна рекомендация. Поверьте, за мой очень большой опыт в MLM она всегда срабатывала. Никогда
Никогда, никогда ничего нет лучше, чем проработка информации в прямом эфире. Никогда запись не срабатывает, поверьте мне. Первое, что я сделаю всегда, находясь на обучениях, если я хочу получить вот информацию, чтобы она мне зашла и был результат, я всегда нахожусь в прямом эфире. Как только я считаю, что будет запись, друзья мои, все, все, это нужно обладать высоченным уровнем самоорганизации, дисциплины, тайм-менеджмента, чтобы вы посмотрели это в записи. Понимаете? По-другому не будет. Поэтому предлагаю настроиться на эти 2 часа, настроиться на 1 раз в неделю, друзья мои, 4 раза в месяц, от вас больше никто ничего не просит, настроиться на посещение этого мероприятия. Поверьте мне, оно будет высочайшего уровня, высочайшего, да, вот, и так вы посмотрите, как изменится наш вообще с вами бизнес, да? Ну, мы с вами начинаем. Смотрите. Итак, рада всех приветствовать, друзья мои, рада, что вы добавляетесь. Итак, смотрите, что такое академическая школа? Вот эти академические знания, они помогут вам быть, первое, самому профессиональным дистрибьютором, второе, быть отличным спонсором. Поэтому, смотрите, наша цель – за 3 месяца, чтобы каждый из вас сейчас, кто находится в этом чате, кто находится в нашей команде, чтобы вы изменили свой статус, чтобы вы построили свою организацию. Мы с вами будем говорить, кто какую будет строить организацию. Вот. Но наша задача, вот этот закон 90 дней, который существует, он должен сработать, друзья мои. Поэтому настраиваемся на наши первые 90 дней. Итак, мы с вами стартуем. Какие 5 шагов, которые мы будем с вами оттачивать до совершенства? Первое. Безусловно, это знание продукта. Безусловно. Потому что без этого вообще нельзя никак существовать в этом бизнесе. Иначе, как только клиент видит малейшее, понимаете, секундное замешательство в ваших глазах, в вашем ответе, все, ваши продажи, пункт второй, да, пошли сразу на нет. То есть, продажи, как использовать, как усиливать, как пользоваться промо-акциями компании, как делать так, чтобы вообще из ничего, без единого человека в команде вы уже зарабатывали не менее 400 долларов. Как работать с нашим бэк-офисом, какие основные правила, которые вы должны сами знать, владеть этими вопросами, передать своим новичкам, сразу же их научить, чтобы ваш бизнес был успешен. Что это такое? Как работать с нашим с вами мощнейшим, да, интернет-магазином, с нашим бэк-офисом? Чем вы должны владеть, чтобы вы всегда были в курсе, в тренде, и чтобы ни один, можно сказать, CV не прошел мимо вашего носа, а у нас CV равен деньгам, да? Поэтому ни один доллар не должен пройти мимо вашего носа. Компания обладает мощнейшими возможностями. Она дает столько вариантов каждый день, что, поверьте мне, статусному человеку с опытом за этим тяжело уследить. Что там уже говорить о новичках? Понимаете, особенно, ну, я имею в виду новичков, это люди, которые еще, знаете, как не занимались системным бизнесом, потому что нашему бизнесу, так же, как и, в общем-то, традиционному, любому бизнесмену, я считаю, характерна системность. Что нам с вами еще нужно знать? 4-й шаг – это, конечно, безусловно, маркетинг-план. Друзья мои, давайте честно, вот поставьте сейчас плюсики в чате те, кто когда-то задавал себе вопрос или своему спонсору вопрос, а как мне рассказать коротко о маркетинг-плане, чтобы вот прямо вау, человеку понравилось, и все он понял. Вот мне такой вопрос задали, ну расскажи свой маркетинг. Кто получал когда-то такой вопрос, и кто
приходил вообще в замешательство, потому что, как я расскажу так вообще об этой вообще махине? Ну ладно, махина, тут еще и сам ни черта особо не понимаешь, да, так чтобы вот четко выдать на уровне, да, нескольких фраз свое понимание. Это первая сторона вопроса. А вторая, друзья мои, сторона вопроса, это очень сильно... хотелось бы самому быть зажженным, в восторге, понимать маркетинг компании Джанэ. Согласитесь, есть два кита, которые нас с вами в этом бизнесе удерживают. Это продукт он нам, зачем он нам с вами нужен, да? И вот этот маркетинг, а что нам дает работа с этим товаром? Какие такие мои выгоды, что я буду в компании Джанэс? Или я буду каким-то бегунком по компаниям, по этому бизнесу, по забегу, по социальным сетям, понимаете, да? То есть кем, каким таким экспертом я буду в глазах тех людей, с которыми я буду работать, вот, а где я работаю, а чем я занимаюсь. Вот те вопросы, которые мы с вами должны, так сказать, сразу новичку внедрять с молоком матери. Да? Мама – это ваш спонсор и команда. Команда, альма-матер. Ну и, безусловно, смотрите, пятый пункт – это, конечно, важнейший. Это старт новичка. Что сделать, с чего начать, сколько это делать и какие вот эти вот действия прям конкретно прописанные я должен сделать, чтобы через 90 дней у меня все изменилось. Ну и самый приятный момент, который у нас с вами будет всегда на каждой нашей школе, это признание. Признание, потому что мы с вами растем, мы меняемся, страна должна знать своих героев, наша команда должна знать своих героев, она будет их знать. Потом не забывайте, у нас будет очень много розыгрышей, конкурсов, у нас номинаций будет достаточно много, и вы будете тоже героями этих номинаций. Сегодня мы начнем, вот, и я уверена, что через вот эти самые 90 дней у нас просто уже будет минимум в конце школы несколько больших номинаций, которые, которых вы же и будете все находиться. Ну вот так, друзья мои, вам нравится наше предложение нашего лидерского совета Жанны Платоновой. И согласитесь, что ну, сейчас уже ваша выгода очевидна. Если вы подписали человека, все, первое, что вы делаете, это так, вот сегодня подписали, и вы назначаете ему сразу дату академической школы. Значит, во всех чатах будут опубликовано расписание, это несложно, 4 там школы в месяц, да? Значит, вы сразу говорите своему новичку, вот такого-то числа, да, ты уже должен быть на этой школе. Это основное, что ты должен сделать, самый первый шаг. И вы как спонсор должны за этим проследить, да? Вот так, друзья мои. И вот тогда посмотрите, все изменится. Но сегодня в конце школы я жду, значит, ваши отзывы, мнения. У нас есть чаты, пожалуйста. Мы ждем вашей обратной связи, потому что это в первую очередь для вас все делается, да, и нам очень важно понять, как это сделать очень эффективно, чтобы действительно 21 год это стал годом нашего с вами крутого взлета. Ну, поехали. Первый раздел, безусловно, у меня сегодня ушло вот 20 минут на организационные вопросы, ну, просто как бы это начало, и я должна была ввести вас в курс дела от лица нашей команды, поэтому теперь мы с вами начинаем нашу академическую школу, и она, безусловно, начнется с продукта. С чем мы с вами работаем, да? Что это вообще такое? Мы должны быть в этом деле экспертами. Поэтому, друзья мои, поставили мы такой своей целью, что продукт, вот когда ты все время изучаешь систему, ты, наверное, не очень хорошо будешь знать. Мы с вами будем двигаться достаточно постепенно. Мы будем изучать на каждой школе 2-3 продукта для того, чтобы у вас вот за наши с вами 3 месяца мы изучим полностью всю линейку. И я считаю, что это будут те академические знания, которые вам пригодятся. Не забывайте, что мы работаем
работаем именно вот с новичками этого бизнеса. Поэтому о продукте. Ну, давайте так, кто меня не знает, безусловно, команда у Жанны Платоновой очень большая, поэтому, возможно, будут спикеры, которые, ну, вы слышали эту фамилию, но вы не знаете этого человека, и очень даже зря, потому что в сетевом маркетинге нужно делать что? Нужно продавать, и нужно постоянно продавать чужие истории. Нужно быть очень высококвалифицированным продавцом чужих историй. Поэтому у меня тоже есть своя история, возможно, она вам пригодится. Очень я коротко вам представлюсь. Меня зовут Елена Куча, я занимаюсь сетевым маркетингом более 25 лет. Это мой постоянный бизнес, и не было, наверное, на протяжении с 94 года ни одного дня, чтобы я не делала этот бизнес. Я пришла сюда сразу как предприниматель. Почему? Потому что сетевой маркетинг мне очень сильно нужен был для того, чтобы я продвигала еще один бизнес, еще одно самое мое очень любимое дело, потому что я доктор, да, у меня есть свой консультативно-диагностический центр. Я не собиралась оставлять вот эту работу, потому что есть мое видение, как я хотела бы работать со своими пациентами. Для этого мне нужен определенный продукт, и для этого, чтобы запустить этот бизнес, мне тоже были нужны деньги. Поэтому, видите, все очень логично. Получается, что я веду два вида бизнеса. Я занимаюсь, я уже сказала, этим больше 25 лет, вот, сетевым маркетингом. И сегодня активно мы работаем еще с одним своим собственным коучинговым центром поддержки нашей команды. Так вот, друзья мои, я 6 лет назад выбрала для себя продукт Genes. Сознательно, уверенно искала этот продукт, искала эту компанию, да? Искала своего спонсора, которого нашла в лице Жанночки Платоновой, понимаете? Вот смотрите, есть история человека, которого сюда никто не приглашал. Я тот человек, который приперся сюда сам. Можете об этом говорить, потому что всех остальных прямо надо тянуть на веревке. Ну и вот логично задать вопрос, а чего я сюда пришла, зачем я искала этот продукт, да, почему он такую ценность имеет в моих глазах, что, не знаю, я сегодня каждый день получаю огромное количество информации, ловлю себя на мысли, что еще никто ни на один миллиметр не подвинул меня в своих новых предложениях, убеждениях, да, чего-то лучшего, чем продукт компании Genes. А знаете, в чем дело? А дело в том, что для меня очень огромная такая, знаете, жизненная ценность, ну, во-первых, здоровье как доктора, потому что, согласитесь, тысячи историй, которые проходят через тебя, вот, это уже очень важно. Второе, мне очень важно здоровье моей семьи. Ну, а что у нас с вами стоит за понятием здоровья? За понятием здоровья стоит, собственно говоря, вот то, к чему стремится каждый человек, это продолжительность жизни. Вы знаете, что мы очень часто с вами, с людьми разговариваем именно о здоровье. Мы говорим о каких-то болячках, мы говорим, почему нельзя этим болеть, мы там обсуждаем конкретику этого заболевания, да, допустим, кто-то там бьется с гипертонией, кто-то там еще. Друзья мои, ну на самом деле, если посмотреть так с точки зрения каждого человека, ну, наверное, каждый человек понимает по-своему, что такое здоровье. И сложно разговаривать с человеком, который вообще не понимает, что это такое. Да? Но вы знаете, вот сколько продолжительность жизни, сколько лет ты проживешь, сколько лет ты хотел бы, чтобы прожили твои родители, да, твой любимый муж или жена и так далее. Вот это, наверное, то, что понятно каждому человеку. Особенно это становится понятно, когда ты достигаешь уже какого-то зрелого возраста, мудрости. Ну, примерно уже, знаете, ближе к 40 годам ты начинаешь уже как-то думать о смысле этой жизни. У тебя появляется уже гораздо больше планов, да? У тебя появляется ответственность не только за себя, а у тебя уже ответственность за своих детей, да, за их жизнь, а у кого-то за внуков, вот как у меня, например, поэтому, ну, как-то о продолжительности жизни ты начинаешь уже думать и смотреть под другим углом. Поэтому вопрос, а хотели бы вы увеличить продолжительность своей жизни, например, на 2,5 месяца,
да, в год. Может, вы хотите в год на 6 месяцев увеличить продолжительность своей жизни? А может, вы хотите, как я очень сильно хочу, чтобы этот год прошел, а я постарела на один день? Я хочу так. У меня вот такие были запросы. У кого, кто когда-нибудь думал об этом, да? Кто когда, потому что старение, знаете, такое слово очень-очень, ну, как-то неприятное, согласитесь, да? Неприятное старение. Я вообще категорически не приемлю этот термин, да, и он мне не нужен в этой жизни. Поэтому я очень хотела бы найти что-то, которое бы позволило моему организму, прожив год, да, состариться на один день. Вам интересна такая идея, друзья мои? Я сейчас делюсь с вами своей идеей. Я обещала вам, что на этой академке вы будете получать некие фишки и продающие фразы от, ну, тех людей, у которых что-то уже получается, да, в этом бизнесе. Поэтому скажите, интересно бы вам было начать разговор вот именно с такой фразы, со своим, ну, скажем так, оппонентом, да? Интересно было бы вам знать о чем-то, да, я могу с вами поделиться, что позволило бы вам, прожив год, вашему организму постареть всего лишь на один день, не на один год. А некоторые так живут, что они умудряются постареть за год на 5 лет, согласитесь, да? Ну вот вам продающая фраза. Мне тоже было это очень интересно. Ну, дальше следующий вопрос. А как это сделать? Да, любой человек, он вам задаст вопрос, как это сделать? Ну, я очень часто задаю этот вопрос в социальных сетях, общаюсь со своей аудиторией. Знаете, что они мне пишут? Они мне пишут вот все. Пишут, что нужно правильно питаться, нужно пить воду, нужно голодать, нужно быть вегетарианцем, нужно заниматься спортом, отдыхать нужно, спать нужно, БАДы там нужно принимать, антиоксиданты там. Безусловно, друзья мои, безусловно. Да? И вот согласитесь, вот смотрите, сколько здесь перечислено на экране у нас с вами, что нужно делать, действий, да, минимум вот 5, допустим. Ну, согласитесь, по каждому этому пункту есть сетевые компании, которые в этом специализируются, выпускают свои продукты. Правильно? И люди, которые являются, они выхватывают какую-то одну из этих причин, и они, в общем-то, этой причиной занимаются. Но согласитесь, это не все, это далеко не все. Можно и нужно это все делать, это нормальный процесс жизни каждого цивилизованного человека. Соблюдать режим сна, заниматься физкультурой, отдыхать, правильно питаться и принимать БАДы для поддержки своего здоровья. Почему организма? Ну, почему? Потому что я не буду сегодня с вами останавливаться на этом вопросе, но самое простое – это антиоксиданты нам нужны в любом случае, даже если мы не будем говорить сейчас ни про вирусы, ни про что остальное. Видите? Но этого мало. При всем этом, что ты это соблюдаешь, не происходит того процесса, который я говорю, чтобы прошел год, а я состарилась не на один год, а на 6 месяцев или на один день. Понимаете? Так вот, друзья мои, есть это то, на что искала ответы я. Я 20 лет практически я занималась БАДами, да, компании, вот, и все эти вещи я видела, как это все происходит, и этого оказалось мало, этого мало оказалось, потому что наступает в жизни каждого человека время, когда ты вдруг видишь на своем лице процессы старения, ты их начинаешь чувствовать, да, отсутствием своей подвижности, снижением энергии и так далее, ты это начинаешь чувствовать, и поэтому это принимать просто любые БАДы и правильно питаться, это мало, друзья мои, мало. Для того, чтобы ты опережал, да, свой возраст, нужно делать нечто другое. И вот я, как бы знаю, стала заниматься этим вопросом, и именно компания Джанес дала мне на это ответы.
Что такое в продукте компании GNS, что такое антивозрастная революция? Собственно говоря, что нужно делать? Всего лишь три вещи вы должны знать для того, чтобы остановить процесс старения в своей жизни, в своей клетке и таким образом приблизиться вот к тому идеалу, да, за год постареть на один день. Нужно остановить и осуществлять каждую секунду повреждения своей ДНК, восстанавливать. Нужно заниматься восстановлением счетчика своего, который называется теломер. Да? Вот вы знаете, что у нас существуют такие счетчики в наших клетках, да, в наших хромосомах, которые делятся и отщелкивают нам с вами эти года. Потому что для организма не существует 2020, 2021. Для него не существует этого летоисчисления. Для организма существует деление клетки. Вот это его время. И вот когда это деление закончится, то заканчивается и наш с вами генетический код, и заканчивается все, да, заканчивается жизнь. Так вот, как же сделать так, чтобы, оказывается, эти счетчики должны, они будут работать, их никто не в силах остановить, но, оказывается, их можно наращивать, да, они поделились, и можно нарастить эту нужную длину. Поделился ваш счетчик, укоротился на год, а вы нарастили его на полтора, на два года жизни. Ну, согласитесь, как это круто. Ведь это вообще неизвестно, это стало только доступно. Это открытие было сделано в 2009 году, друзья мои. Не знало человечество до этого этих вещей. Но мало сделать открытие. Ведь нужно же еще было произвести, воспроизвести эту технологию в неком продукте, который еще доставит нам, и мы с вами это получили. Ну и третья причина – это то, что у нас с вами есть количество или пул стволовых клеток, которые осуществляют наши с вами процессы внутренние всего регулирования, да, восстановления. Это наша с вами ремонтная бригада, которая на страже каждый день, каждую секунду. И она поправляет внутри постоянно наши органы, поправляет, да, там, где они повредились. Мы не видим с вами этот процесс. Нам сложно это представить, да? Но поверьте мне, что это без этого мы бы с вами никак не жили. Так вот, кто оказалось с этим работает? Я узнала, что с этим работает только компания GNS. А вот эти технологии, они дают не просто омоложение, конечно, омоложение, и только омоложение связано с увеличением продолжительности жизни. Понимаете? Почему GNS? Потому что я вам показала, что именно старение клетки заканчивается здесь, потому что нет... Это запатентованные открытия 2009 года, которые купила компания GNS, да, и этот комплекс выпускается именно этой компанией. И согласитесь, это очень крутая идея, чтобы ваш счетчик клетки, он оттикал и укоротился, да, на вот этот свой год, но вы делаете нечто в своей жизни, который возвращает нормальную длину этого счетчика. Вообще круче не бывает. И речь идет о каждой-каждой клеточке, неважно, как оно у вас называется. Но, безусловно, компания GNS – это ассоциация с Нобелевскими премиями, лауреатами. Это все, практически все, вот, которые Нобелевские премии вручаются по разработкам именно в медицине. Компания GNS этим занимается. И я смотрю, что постоянно-постоянно пополняется арсенал продуктов, которые связаны с той или иной акцентом или Нобелевской премией в медицине. И, кстати, хочу сразу сказать, что вот буквально два дня назад, ну, на Черную пятницу в Америке был выпущен новый продукт GNS. Это вообще, вообще нереально крутой продукт. Я его уже смотрела, изучала, рекомендовала. Мои американские клиенты уже это покупали. Вот уже будет некая апробация. Я вообще очень сильно надеюсь, что он будет на нашем рынке. Это очередной вообще бомбезный продукт, прорыв для нашего организма. Ну, что еще? Компании GNS. Смотрите, все продукты только авторской разработки. Только авторской. Мне вот это так нравится, как пишут. Протестировано дерматологическим собственным институтом. Каким институтом? Где этот институт? Разработан ведущим стоматологом. Каким?
Кто это? Понимаете, это общие маркетинговые фразы. Джанес, за каждой такой фразой стоит имя автора. Вот кем это разработано, понимаете? Я когда читаю, мне вот так смешно, вот, ну просто смешно. Да, там проведены тысячи научных исследований. Каких исследований, да? Вот. Никто никогда не увидит ни этих дерматологов, ни этих институтов, друзья мои. Это просто маркетинговые фразы. Запомните это. Джанес отличается тем, что здесь идут авторские разработки. И кто, где эти авторы находятся? Ну, часть из них находится, безусловно, в медицинском консультативном совете компании. И вы знаете эти яркие имена, да, например, Винсент Джан Папа, Кристиан Драпо. То есть даже зубная паста имеет своего автора, да, нашего ведущего, лучшего стоматолога Европы. Понимаете, любой продукт... косметика, да, у нас с вами имеет своих авторов. Ну и запомните, это большая отличительная особенность этого продукта. И вы знаете, что компания Genes была основана, открыта 9.09.2009 года. Ну, здесь вообще все очень круто, вообще по фэншую все было просчитано. Что мне еще очень сильно понравилось? Мне понравилось то, что компания сразу заявила, не просто так открылась, мы будем зарабатывать бабки. Нет, она открылась со своей миссией, четкой миссией, понимаете? Это семья. Почему семья, друзья мои? Очень многие понимают, что семья – это семейный бизнес. Вот компания Genes – семейный бизнес, они зарабатывают здесь бабло. Нет, вот я это вижу по-другому. Знаете, семья здесь – это связь поколений. Это связь поколений. И продукт работает у нас с вами вот на все поколения. И наиболее он продуктивен, и он нужен как раз самому продуктивному возрасту 35+. Понимаете, сейчас в это время нужно останавливать старение. Именно эти люди в 35+, сегодня, благодаря этому продукту, когда они достигнут своих 50+, они так и будут выглядеть, да, на свои 40. Понимаете это? Поэтому... А уже старшему поколению, родителям там, да, и так далее, ну, это вообще даже не обсуждается, потому что там уже речь идет действительно о продлении жизни. Вот. Я вижу в этом, это связь поколений, понимаете? Поэтому на примере семьи Джанес, Рэнди Рэй, Венди Льюиса и Скотта Льюиса вы можете увидеть, какие семейные ценности эта компания транслирует в этот мир. Поэтому для меня очень важно. Это было, да, я выбирала людей, с которыми нужно работать. Ну и вот вам небольшой пример. Венди Льюис, это, знаете, это женщина, это, ну, можно сказать, это сердце, мозг компании, потому что посмотрите, она топла в этом году, она была, у нее была особая награда, да, выяснилось, что она топ-лауреат премий всех, из всех победителей, да, премии «Стиви» для женщин в бизнесе. Потому что, когда собрали ее номинации, вот, которые она получала, видите, сколько от призов, получилось, что она топовый лауреат. Вот. И вот эта женщина, она тоже символизирует успех, да, вот компании «Genes». Женщины-миллионеры, их очень много, они зарабатывают, да, и... Пожалуйста, дорогие мои женщины, вы тоже можете быть отличными вот такими спонсорами, организаторами, руководителями бизнеса. И наша дорогая Венди Льюис нам для этого самый потрясающий пример. Ну, медицинский совет, смотрите, да, компании, он постоянно расширяется, сюда добавляются, вот вошли последние специалисты, ведущие, которые мировые имена, по работе со стволовыми клетками. Сегодня регенерационная медицина развивается, да, и вот, например, доктор Винсент Джампапа, он тоже больше 20 лет отдал изучению работы наших с вами стволовых клеток. Вот Наден Ньюман, это человек, который, ну, просто, знаете, бог дерматологии, он создавал эту косметическую линию. Мы тоже с вами это все будем изучать, поэтому, ну, это, знаете как, это не какой-то институт дерматологии, который что-то разработал. Вот конкретные люди с именами. Вы, кстати, можете каждый поинтересоваться их карьерой, да, и когда человеку, вашему клиенту нужна экспертность, это можно и нужно продавать. Значит, я покажу вам, как я это привязываю к продуктам. Но вы должны знать, что компания Genes создала систему омоложения и продления жизни.
Она называется ЕС, да, система ЕС. И в чем смысл этой системы? Смысл этой системы в том, что одно усиливает другое. Одно усиливает другое, да, и очень мощно усиливает. То есть каждый продукт, он продолжает, пролонгирует очень мощно серию результатов другого. И я вам тоже сегодня это покажу, как это работает на примере тех двух продуктов, которые мы с вами изучим. Поэтому если вы применяете, например, продукт Revita Blue, да, и после этого наносите сыворотку на лицо омолаживающее, поверьте мне, это уже двойная связка, она делает просто сумасшедший объем работы вдвоем, как если бы вы нанесли, например, одну сыворотку на лицо, понимаете? А каждый человек что хочет? Он хочет скорости, он хочет, чтобы все у него усилилось и все было. Так, значит, ну и идем с вами дальше. Вот вам последний пример. Кристиан Драбо, да, то есть авторский продукт. Это автор, это человек, который разработал формулу, на которую у него ушло больше 20 лет. Это Revita Blue продукт, выпускаемый компанией GNS. И чем знаменит этот человек? Именно он первый выдвинул гипотезу. Тогда это была гипотеза о том, что стволовые клетки нашего с вами собственного красного костного мозга способны выходить, мигрировать в поврежденные ткани и выполнять там роль ремонтной бригады, то есть восстанавливать те повреждения, которые произошли в органе. Когда-то это была гипотеза, сегодня это научный факт, на котором развивается наша с вами регенерационная медицина. Пожалуйста, друзья мои. И этот человек, он работает с компанией GNS, он, вот формула вот этой разработки, на что выходят наши стволовые клетки, то есть наши с вами стволовые клетки выходят при приеме пакетика Revita Blue, происходит выброс в кровь не менее 10-12 миллионов стволовых клеток, которые начинают направляться по руслу, да, и искать те места повреждения, что в организме произошло. Повреждены клетки печени, значит, занимаемся печенью. Нужно восстановить клетки сердца, значит, сердце. Понимаете? Вот что значит стволовая клетка. То есть стволовая клетка – это та клетка, которая способна превращаться в любую клетку нашего с вами организма. Поэтому Revita Blue – это продукт, основа любой программы в компании GNS. Например, неважно, что вы хотите. Вы хотите восстанавливать деятельность своей щитовидной железы. В основе будет Revita Blue. Вы хотите поднять свою иммунную систему. Не хватает клеток иммунной системы. Сейчас вирус нападает. Очень много гибнет клеток иммунитета. Вы должны в основе принять Revita Blue, потому что должны появиться клетки, прообразы тех, которых не хватает. Гибнут бойцы вашего иммунитета. Должен пойти Revita Blue, который даст рождение новых лейкоцитов, лимфоцитов и так далее. Понимаете? Разрушается ваш сустав. Не хватает у вас образования клеток костной ткани. Вы будете принимать Revita Blue, который даст стимул к росту образования новой ткани. Это доказано, это изучено. Это множество результатов на этом существует. Я лично слышала, да, обучение Кристиана Драпо, который показывал, что происходит в течение 3 месяцев с нашим организмом. Ну и я вам как пример хочу привести один очень яркий эпизод по продукту, который уже вот идет, ну, наверное, прошло уже 2 года, но он имеет такой вот резонанс в семье, что до сих пор мы общаемся и получаю очень много тоже благодарности. Это когда женщину, она являлась мамой дистрибьютора компании GNS, ее выписали домой умирать с циррозом 4-й степени, и ничего сделать было нельзя. Но мы не претендовали на лечение, я вас не призываю лечить, мы не претендовали на это. Я сказала ее дочери, давай попробуем, нужно побороться. Если у нас есть еще хоть какое-то время, значит, этот продукт успеет. И мы успели. Через месяц просто врачи были поражены, потому что ну, она сдала анализы, они были абсолютно нормальные, билирубин в крови уже был нормальный. Через 3 месяца вообще практически, понимаете, никаких таких особых последствий они уже не увидели. Да, но я вам скажу, что прием Revita Blue шел 6 до 8 пакетов в день. Но если мы с вами не будем доводить свой организм до этого состояния, а принимать в качестве профилактики
практики один пакет в день и давать возможность усиливать скорость, да, образования нашей новой ткани, которая стареет. Вот это задача Revita Blue, друзья мои. Используйте его как основу к любому продукту, чтобы вы не принимали. И, например, второй продукт, о котором хочу рассказать, это Affinity. Это вот та звездная коллекция, то, с чего начиналась компания GNS. Именно здесь запатентованное открытие находится 2009 года. То есть это комплекс 165, который восстанавливает, наращивает длину наших теломер. Он эксклюзивен. И чем он эксклюзивен? Потому что можно, знаете, как у самого разработчика купить Та-65, кстати, он стоит бешеных денег, это вам обойдется не меньше $1000, но компания GNS получила более эксклюзивную формулу, потому что, видите, к Та-65 здесь еще входят вот те элементы, коэнзим Q10, да, вот кварцетин и так далее. Посмотрите, это важнейшие составляющие, которые работают с нашей с вами сердечно-сосудистой системой. Ну, согласитесь, если работает сердце, мотор, работать, жить будет организм. Мотор остановился, никто ничего не может. И мозг в прекрасном состоянии, и печень рабочая, да, и кишечник работает, сердце не работает. Поэтому, друзья мои, ну, сердце есть сердце. Поэтому Affinity – это важнейший препарат, который, собственно говоря, у него такие две функции. Первое – он наращивает теломеры, а теломеры – это счетчики деления наших клеток. Они есть везде, у каждого органа, понимаете? У каждого. Каждый орган имеет название своих клеток. У клеток там кардиоциты, там щитовидные, гепатоциты, там у печени, понимаете? Неважно, как называется клетка. Важно, что у каждой клетки есть счетчик. И этот счетчик может сказать нам, что все, твой цикл закончен. Представляете, я не хочу это слышать от своего организма. Значит, мы с вами можем с помощью Та-65 его наращивать. Понятно, да? И вот мы наращиваем и таким образом продлеваем себе, вот оно, главное омоложение. Но самое-самое потрясающее, это то, что Affinity работает с нашим с вами сердцем. Поэтому это тоже базовый препарат. Принимать его нужно по 2 капсулы 2 раза в день, хотя бы 3 месяца, а затем вы можете перейти уже по 1-2 раза в день, поддерживать. Ну, дозировки и время приема зависит от, собственно говоря, от старения, от возраста, от проблем, которые у вас есть, да. Но то, что этот препарат практически, понимаете, наращивает кровоток миокарда, наращивает ткань нашего сердца с вами рабочую, вот в этом его неоценимая заслуга. Это не может сделать ни одно лекарство в мире, дорогие мои друзья. И запомните, что когда мы принимаем с вами лекарственные средства, они не способствуют продолжительности нашей клетки. Они даже не могут регенерировать процесс деления новой нашей клетки. Понимаете, все, что они могут делать, это подавлять ту или иную там воспалительную реакцию в организме. Вот. А если мы с вами говорим о том, что ваше дорогое сердце должно каждую минуту прокачать 250 минимум миллилитров крови, 290, понимаете? Значит, у вас должно быть в сердце такое количество клеток, которые прокачают это количество крови. А если это сердце выглядит уже, что оно способно прокачивать 170-180 миллилитров крови в минуту, это означает, что этот организм уже медленно умирает. Это ужасно, понимаете? Мы с вами начинаем чувствовать себя все без этой самой энергии. Понимаете? 160-150, все это инфаркт и все. Поэтому, друзья мои, Affinity – это тот препарат, который даст нашему самому сердцу, мотору, вот эти 290, которые ему нужны в минуту, они нужны нашему организму. Сердце качает, кровь – это наш насос, и это наша с вами Affinity в первую очередь. Ну и плюс помните еще о том, что он способен продлевать жизнь клетки любого организма. Поэтому пара Revita Blue и Affinity – это самая мощная формула. Это просто ничего мощнее еще в мире нет, которая подарит вам в первую очередь прием этой программы 3 месяца. Вот они дадут нам то, о чем я говорила. Я хочу прожить 1 год. И постареть всего лишь на 1 день. Мы с вами разобрали сегодня продукцию. Я поделилась с вами идеями.
да, как и почему для меня значит продукция Джанес, какое, почему я считаю, что это, да, какая миссия и очень большой контингент населения существует, которым нужна эта продукция. И вот ваше первое домашнее задание. Я рекомендую вам создать на своем рабочем столе папочку, которую вы будете в течение 3 месяцев. Сегодня в вашей папке должны появиться текст, видео, ролики, картинки, все, что касательно Affinity и Revit Tableau. И второе, пожалуйста, у нас есть замечательный чат результатов по здоровью. И как только появится там яркий результат по Revit Tableau или по Affinity, он должен быть оттуда взят и появиться в вашей папке на рабочем столе. Для чего это нужно, я надеюсь, вы понимаете, вы поделитесь этим. Оно у вас всегда будет под рукой, как только клиент вам что-то, да, вам понадобится информация, подкрепить ваш разговор, достаньте с этой папки и пошлите немедленно это человеку, с которым вы разговаривали. Итак, за 90 дней в вашей папке должен появиться весь прайс-лист продукции компании Джанес, знания, которым будем делать по 2 продукта, и вы будете, 2-3, и вы будете собирать, к каждому подкреплять результаты. Похудение, значит, похудение. 2-3 картинки. Понимаете, о чем я говорю? Спасибо вам большое за внимание. И сейчас я... Немножко была вступительная часть. Я как бы вот эти вещи задержала. У нас 20 минут было на продукт. Поэтому, друзья мои, вступительная часть была. Значит, сейчас мы с вами переходим. Вот видите, есть продукт, есть идея. Я постаралась с вами поделиться идеей этого продукта. Я сказала, в чем моя состоит идея, как я разговариваю с людьми, да, почему я работаю с компанией Джанес, что для меня эти, да, означают эти продукты, почему я ими пользуюсь, почему для меня существует высший смысл этого продукта, понимаете, когда я даю его своей маме, ей 80 лет, и я понимаю, что с этим продуктом я дарю ей каждый день жизни, понимаете, каждый день. У меня нет в роду долгожителей, я сама к ним не отношусь по моему генетическому анализу, поэтому для меня сегодня вот этот огромный смысл продукции компании Джанес. Но одно дело, когда я потребляю этот продукт, а другое дело, когда мы можем работать с этим продуктом, когда он подлежит продаже, понимаете? Это вообще совершенно другое дело. И сейчас я передаю эту камеру и микрофон под ваши бурные аплодисменты человеку, который в этом деле является профи. Знаете, я сама очень много продаю, я люблю продавать. У меня это очень легко получается, ну, потому что я просто люблю то, что дает компания Джанес, и доношу это людям. Все очень просто. И вот этот человек, у нее получается это вообще виртуозно. Я подозреваю, что она, не, просто уверена, я знаю, что она тоже эти все вещи любит и обожает, да, этот продукт, вот. Но как она это делает? С помощью вот каких вот фишек, понимаете, как этот человек может научить вас зарабатывать эти деньги с первого дня? Вот об этом сейчас. Включайтесь, пожалуйста, записывайте. И я приглашаю сюда, вот на нашу с вами импровизированную сцену, элит сапфира компании Джанес Елену Рыбальченко. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня, видно? Поставьте плюсики. Ну, думаю, что все дальше у нас идет идеально, отлично. Спасибо за такую быструю реакцию. И я постараюсь по возможности за эти считанные минуты, потому что научиться быстро, сразу же делать идеально продажи, строить бизнес, команду, ну, это практически невозможно. Для этого нужно делать действия. Но те, кто сегодня будет со мной и до конца вообще нашей академии, у вас четко в голове уложится, что у вас сегодня уже есть механизм, вот эта мотыга в руках, которая позволит вам понимать, что вы находитесь в самой лучшей компании. Я не исследовала всех компаний на предмет продажи, но я подошла со знанием дела, потому что уже более 20 лет назад, когда я приняла решение стать предпринимателем и работать исключительно только на себя. И первые навыки, которые позволили мне, как это сказать, избавиться от ощущения того, что у меня зарплата маленькая, и я не влияю на свой собственный доход, это продажи, прямые продажи. Когда-то я ими стала заниматься, и потом я организовывала продажи и какие-то торговые точки –
открывала и именно в сетевой маркетинг, именно в бизнес MLM, я зашла на идею того, что прямые продажи – это рутинное энергозатратное дело, которое вот сейчас продаешь, оно дает деньги. Меня заинтересовала идея пассивного дохода. Я пришла в MLM для того, чтобы выстроить организацию, которая будет генерировать CV. Впоследствии мы сейчас с вами посмотрим, какие CV нужно сгенерировать, чтобы чувствовать себя свободно и уверенно. И вот вы поймете, что Джанес в этом плане – это не просто громкие слова, потому что я исследую продукты других компаний, пробую их, тестирую. И знаете, что я прихожу к выводу, конечно же, вот я просто с замиранием сердца слушала, как рассказывала Лена о продукте, и это действительно так. Я с 2014 года пользуюсь продукцией, и у меня много своих собственных результатов, результатов у моей семьи, у моих клиентов. И пробуя другие продукты, я не могу сказать, что они хуже. Они не только в позиции не дотягивают немного, это не авторский продукт у Джанес. Нету возможности, сейчас вот следующие с вами 15 минут мы будем говорить о том, как зарабатывать деньги. Итак, поехали. Как зарабатывать с продуктом Джанес? Вот сегодня у вас нету даже квалификации, может быть, специалист. И вы поймете, что минимум 400, 500 долларов, 1000 долларов в месяц вы можете сгенерировать, исключительно пользуясь продукцией и пользуясь возможностями, акционными предложениями, которые дает компания Джанес. Где именно находятся эти акции, я вам сейчас расскажу. И вы будете после этих 15 минут, которые вы со мной проведете, уже, наверное, 13 минут, вы станете генератором своих собственных идей, как директором своего собственного предприятия, назовите его своей фамилией. Но вам сразу четко нужно понять, что самой главной ценностью в нашей компании является не маркетинг-план. Я, как вы поняли, что я пришла в Джанес не на продукт. Я влюбилась, я обожаю этот продукт, я его кушаю. Сегодня утром я как-то с утра мне нравится Finity. Я перешла давно на дозировку, сразу же две штуки с утра выпиваю. Я выпиваю АМ, я пользуюсь Revita Blue, я пользуюсь этим продуктом. Но я четко осознаю, что главной ценностью в компании даже не продукт. И это даже не владельцы, которые организовали этот бизнес так толково. Главной ценностью в этом бизнесе являются люди. Люди – это наш главный ресурс. И от того, как мы научимся понимать, что нужно людям, от того, как мы научимся понимать, какую целевую аудиторию нам важно выбрать для того, чтобы в этом бизнесе быть успешными, приносить пользу по здоровью не только себе, а так, чтобы это нас обогащало, мы должны понимать, что есть люди, они разные. Вот наши люди, наша целевая аудитория, это мы сразу нужно понимать, что компания Джанес – это продукция премиум-класса, это продукция, и это главное достоинство, его качество и то, что этот продукт предназначен для категории людей, которые оценят это, они есть, вам нужно четко понимать, что у компании Джанес есть величайшая возможность сразу же на старте зарабатывать людям. И в чем эта ценность заключается? В том, что если кто-то работает на работе со смешной зарплатой, ему предлагают Джанес в виде бизнеса, то он смело может сделать шаг в пользу бизнеса MLM и индустрии MLM, потому что в Джанес можно сразу с первого дня начать зарабатывать. Каким образом? Но нужно обязательно понять, что даже если сегодня вы как я, вот я, допустим, занимаясь прямыми продажами, пришла в MLM на идею построения команды, бизнеса, получать пассивный доход, и вот я, набив очень много шишек на своем лбу, плод моих многолетних ошибок привел меня к тому, что как бы ты ни строил организацию, ориентированную на карьеру, на бизнес, всегда, всегда
у толкового лидера, который правильно строит этот бизнес, есть клиенты, которые потребляют продукт, есть умные клиенты, которые потребляют продукт и делают, ну, вовлекают других. Ну, я не хочу говорить слово «продают», потому что это как-то, знаете, не романтично, прозаично звучит. Но вот сегодня вы поймете, что продажи, они настолько, ну, не то что легко, там, по щелчку, вы все равно важно, должны напрячься, потому что это достаточно, и любой бизнес, который вы строите, но умные клиенты, они пользуются сами, у них есть результат и вовлекают других, становясь брендом своего собственного результата. И третье, есть сетевики-предприниматели, которые тоже пользуются, умеют удерживать клиента и строят карьеру. Очень важно понять, очень важно, чрезвычайно важно. Это мой собственный опыт. Ну, это танец с граблями. Я видела, танцуют очень много MLM-лидеров, которые выстраивают организации, привлекая на карьеру, и не имея лояльности, понимания, любви к продукту, не умея создавать какую-то клиентскую базу, они теряют все в одночасье. Те люди, которые умеют работать с клиентами, любят продукт, понимают важность и ценность его, то есть лидер, сетевик, предприниматель, это тот, кто сам пользуется продуктом. Это тот, кто сам удерживает каких-то часть клиентов всегда. И тот человек, который предлагает бизнес и строит карьеру, MLM-бизнес. Ну, я сегодня в моей организации, есть люди, которые исключительно пришли только на карьеру, на бизнес, исключительно строят организацию таких же предпринимателей и пользуются всеми инструментами в интернет. У меня четко. Есть около, ну, больше 20 клиентов, но там 10, от 10 до 20 каждый месяц покупают этот продукт. Просто берут его в собственное пользование. А я делаю это максимально выгодно, так, чтобы это было и клиенту выгодно, и мне. Потому что в компании Janess это лучшая компания, где можно сделать такую двойную выгоду. И себе пользу принести, и человеку добро сделать, абсолютно не, как это, даже не вспоминая о розничных ценах. Хотя есть хорошие продавцы, которые умеют и розницу строить, такие вот умные клиенты. Поэтому вот всегда нужно понимать, кто ты такой. Решите, кто вы, клиент, умный клиент, продажами вы будете заниматься. Я уверена, что вы сейчас все до одного скажете, что вы пришли на бизнес, вы хотите карьеру, вы хотите пассивного дохода, потому что сама по себе наша академия – это именно и обучение, лидерское обучение, это начальное обучение, которое приведет вас к такой построенной грамотной организации. Это, знаете, заложенный такой вот фундамент большого высокого здания, и это фундаментальный подход к бизнесу MLM, который позволит вам потом не испытывать, ну, стрессов и, ну, не терять свои организации, потому что люди не понимают, с каким продуктом они столкнулись. Но прежде всего бренд, видите, вот если перевести, вы просто даже можете взять и дословный перевод найти в переводчике с английского языка. Что такое бренд? Это отпечатываться в памяти. То есть вы отпечатались в памяти, спозиционировали себя. И очень часто, когда говорят о бренде, то люди не знают, с чего начать. Вот беспроигрышный вариант. Возьмите продукт, просмотрите его, выберите и сделайте вот себя результатом своего продукта. Это будет ценно. И я сейчас с удовольствием покажу слайд, мне он очень нравится. Смотрите, видите, вот наш спонсор Жанна Платонова является брендом своего продукта. Вот на этом слайде нету замечательного дома и как демонстрация того уровня жизни, ну, где-то в социальных сетях Жанна обязательно транслирует это, конечно же. Но это не дублицируемо, согласитесь, чтобы новичок, который пришел только в Janess, сдублицировал сразу яхты, дома, пароходы, земли и все такое прочее.
А вот, например, Жанна, вот то, что на этом слайде является продуктом своего продукта, это может сдублицировать любой человек, сбросить лишний вес, выглядеть моложе, стать привлекательней. То есть используйте все вот инструменты, которые есть в Джанес, чтобы изменить себя. Далее. Ну и теперь перешли с вами к очень важной части нашего с вами, вот нашего с вами обучения. Это практичные советы. Практичные советы заключаются в том, что всегда считайте. Вот как, я еще раз хочу вам сказать, я дегустирую продукты Джанес других компаний не потому, что я хочу убедиться, что моя компания самая лучшая. Вот вы знаете, я вам даже покажу, мне тут баночку прислали. Ну, какие-то там производители, и здесь у нас есть много заводов, не секрет, в городе Харькове, в городе Киеве, там открываются у других компаний, вот они мне прислали какую-то баночку, здесь замечательные там ингредиенты, являясь антиоксидантами, ну, чтобы их там протестировать, они хорошие, я там попробовала, и эта баночка, вот грубо говоря, стоит 300 гривен. Вот я предприниматель, вот представьте себе, до бизнеса MLM, до Джанес, я зарабатывала прямыми продажами. Что для меня было важно? Конечно же, качество продукта, это товара. Безусловно, я должна его правильно выбрать, но я должна на этом товаре заработать. Так вот, вы должны понимать, что Джанес – это лучшая компания не только потому, что здесь авторский продукт, а я с Джанес, не потому, что я за него замуж вышла, я, знаете, впечатлилась такая и упала в обморок от этого качества. Нет, если будет где-то возможность больше зарабатывать, я буду там зарабатывать. Я буду есть продукт Джанес и пойду где-то зарабатывать. Но я в Джанес зарабатываю только потому, что вот эта волшебная какая-то баночка, они ее там любят и рассказывают, что она хорошая. Она стоит 300 гривен оптом, а в розницу они ее продают 400 гривен. Скажите, пожалуйста, вот маржинальность вот, это, вот этого прекрасного дешевого украинского продукта какая? Вот когда кто-то перемещается в компании с простым дешевым продуктом в надежде на том, что они начнут зарабатывать, нужно понимать, какое количество людей, потому что бизнес – это всегда клиенты. Когда люди находятся в товарном бизнесе, это клиенты, которые потребляют продукцию. Да, бизнесмены, которые приходят, строят команды для того, чтобы люди потребляли этот продукт, потому что идея, философия компании – там почистим всем желудки у кого-то, там, ну, что-то еще мы там сделаем, философию там, насыщения микроэлементами, там, похудение там, или еще что-нибудь, я не знаю. Но маржинальность этого бизнеса, она чрезвычайно важна. Так вот я вам хочу показать, что в компании Джанес это компания с продукцией премиум-класса, которая позволяет сразу же на одной единице 1000 гривен зарабатывать. И когда мне говорят, Лена, продавай, ты же вот, у тебя же столько клиентов, и наш продукт. Я говорю, послушайте, я попробую ваш продукт, но зарабатывать я буду исключительно только с Джанес, потому что кроме того, что по маркетинг-плану премии я могу заработать, даже если камни с неба будут падать, я останусь вообще без ничего, у меня будет в руках только продукт Джанес, я никогда не буду нуждаться в деньгах, потому что. Ну, я слишком долго на этом вопросе остановилась. И теперь вот этот слайд – практичные советы. Практичные советы заключаются в том, что всегда считайте, всегда. На этом слайде, вот, ну, меня уволят из Джанес, мне заблокируют бэк-офис, может быть, после этого. Но я вам хочу показать секрет. И это только для нашей команды. Я хочу вам показать. Я никогда в жизни не выйду с этим слайдом и с этими словами в прямой эфир на большую аудиторию. Мы с вами в закрытом ресурсе информационном, для того, чтобы вам объяснить, всегда считайте. На этом слайде вы добавьте, ну, это, по-моему, здесь украинская цена, неважно, ну, вот все по российскому складу, вы точно так же действуете. Я просто для экономии времени не раскладывала в рублях, но вы будете делать по той же схеме. Если вы добавите доставку НДС, то стоимость этого пакета акционного будет 4430 гривен. 4030 гривен. Если набрать в магазине поштучно каждый из этих четырех позиций, мы с вами получаем
мы с вами получаем 6208 гривен. И акционная цена дешевле на 28%. На 28%. Вы запомнили цифру? В рублях и в гривнах она будет одна и та же. Вы просто посчитали. Но люди, они, знаете, у них срабатывает... Почитайте Роберта Чалдини, как реагируют насекомые, животные. У человека вложен тот же самый механизм. Красивый слайд, компания предлагает акцию, и все сразу покупают. А вы смотрите дальше. Магия. У нас есть вкладка, которая называется Smart Delivery. Smart Delivery. И я вот просто посчитала наборчики. Я всего лишь просчитала два наборчика, но вы каждый из этих там наборчики, вы можете их так позапутывали, чтобы люди не разобрались. А вы возьмите калькулятор, и вам еще одно задание до следующего раза собрать папочку информацию о Finity и Revitablu и посчитайте акции, которые находятся у нас в Smart Delivery. И вы просто прозреете. Например, приблизительно тот же набор продуктов без четвертого, ну, без четвертого компонента. Неважно, я вам сейчас покажу и с четвертым компонентом. Вот я просто, это я сама составила. Я взяла красивую рамочку, и вот когда мы были в Карпатах, мы с вами пробовали, там первые шаги делали по составлению таких вот акций. Вы можете оформить слайдики, как в вашем собственном магазине. Вот я в компании Janess, это мой собственный бизнес, не бизнес моего спонсора Жанны Платоновой, это мой собственный бизнес. Я могу в собственном магазине сделать вот такую раскладочку. Но это я сделала для себя, не для клиента. Это я для вас сейчас сделала, чтобы подсчитать. Это не нужно клиенту бросать, клиенту нужно дороже продавать, потому что... Это, ну, не умная позиция, это чтобы мы с вами посчитали три позиции, которые стоят, вот увеличиваем, я просто, ну, посчитала, чтобы вам было видно. Этот акционный набор стоит 3 564 гривны. Если набрать это все отдельно по позициям в магазине, это будет 5120. И дешевле это на 31%. Это дешевле на, не на 28, на 31. Но даже если это будет равный процент, запомните, вкладка Smart Delivery – это важная вкладка, по которой вас считывает система как предпринимателя. И акции, какие-то подарки, просто даже вы выходите на сцену на каком-то мероприятии, и вы выиграли какой-то набор продукции или какой-то другой подарок, вам его не отдадут, если вы не на Smart Delivery. Вот следующий набор, где тоже есть ночной крем. Вы видите, ну я уже не буду вчитываться, здесь мелко слайд получился, но вы сфотографируйте его на всякий случай, посмотрите. И обратитесь к вашему спонсору. И он подробно вам объяснит, если вы, допустим, еще новичок и не знаете, где найти эту вкладочку. Вкладочку Smart Delivery. И вот тоже наборчик. Дешевле это, у нас два замечательных наборчика с косметикой. Один на 31% дешевле, другой на 30,5% дешевле. И по CV это намного больше, то есть это вот для лидеров, которые формируют свою организацию, свой товарооборот, это очень важно. Вкладка Smart Delivery, вкладка «Умная доставка» она называется. Это самая выгодная покупка. И когда выходит акция от представительства, не обольщайтесь вот сразу так раз, и, потому что, ну, заходя в систему Janess, становясь предпринимателем, закладывая фундамент своего бизнеса, вы делаете умную доставку Smart Delivery каждый месяц. И акция якобы мотивирует вас еще дополнительно сделать покупку. Но не спешите. Если вы сделаете вторую же покупку, такую выгодную, вкладки Smart Delivery, у вас перенесутся баллы на следующий месяц. И вообще вам говорю сейчас вообще секретную вещь, вот просто секретную, которую исключительно только на закрытой платформе можно говорить. Если вы делаете Smart Delivery, если вы делаете Smart Delivery на 100 CV, на 100 CV, а сейчас я вам об этом в слайде тоже расскажу, делаете Smart Delivery на 100 CV, например, в декабре, то 60 вам засчитываются в декабре и 40 переносятся на следующий месяц. Вам дают подарок за 100 CV, в подарок бесплатно Revitablu.
В январе вы делаете на 100 CV, вам добавляется к 40 еще 40. Система добавляет 40. А 60 переносит вам на февраль. На февраль. Так, меня видно? На февраль. И февраль месяц вам не нужно делать Smart Delivery. У вас он автоматически засчитывается. Спросите меня потом отдельно, подробно, как это. Я узнавала точно у работников нашего представительства, что это так вот и есть. Итак, смотрите, так как мы ограничены во времени, я так хочу вам донести, очень круто, это реально круто. Человек, который пришел в товарный бизнес, он прекрасно понимает, что у него находятся деньги в обороте. Деньги в обороте. Вот если новичок принял решение, у меня будет 100 долларов в обороте, то он купит себе из вкладки Smart Delivery один продукт, который будет стоить там 2600, 2700, неважно. Если он выделит не 2600, а 3500 гривен, у него уже будет продукт, который в полтора раза дешевле. В полтора раза дешевле. И, естественно, я, например, никогда не кушаю резерв Finity Revita Blue по 100 долларов. Никогда. Я все кушаю, для себя беру, как минимум в полтора раза дешевле, а то и больше, потому что у нас есть еще разделы, где можно взять на 100 CV, и вам задача арифметическая для 5 класса в вашей тетрадочке просчитать наборы Smart Delivery. Вы можете взять, например, 2 ночных крема, и вам в подарок дадут Revita Blue. Посчитайте, насколько продукт будет дешевле. Насколько продукт дешевле. А я, например, вот беру, 2 резерва беру, третий мне в подарок, еще плюс Revita Blue в подарок. И стоимость резерва моего 1320 гривен. 1320 гривен. Скажите, 2613 и 1320 гривен. Скажите, у вас срабатывает? Это много, высокий нужно иметь интеллект и математические способности для того, чтобы понять. Тот, кто крутит 5 тысяч гривен, 5, ну, грубо говоря, 200 долларов, не 100 долларов, а 200 долларов, он все берет в два раза дешевле. И имея в обороте 200 долларов, вы можете работать уже с клиентами. Вы представляете? Я делаю следующим образом. Нет, я не слышу бурных аплодисментов. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, если вы в восторге, вам нравится. Хорошо, я согласна. Поэтому перешли к тому, что мы работаем с клиентами, и вам приятно. Клиент сначала покупает пакет регистрационный. У него есть интернет-магазин. Ну и я, например, вот они заходят у меня так, и затем они покупают продукцию, знаю. То есть они знают, что в компании Janes есть цена для партнеров. Резерв там 2620 гривен, там, Finity сколько стоит. Я беру это в два раза дешевле, в полтора, в два раза дешевле. Они приобретают там себе, вот дальше решат. И вообще можно дальше работать над созданием своих собственных наборов, которые накормят, первое, принесут пользу клиенту, и клиент знает, что он берет по выгодной цене. И второе, он принесет спокойно, быстро вам деньги, и работать над тем, чтобы к вам приходить, над тем, чтобы у вас были клиенты, это просто ваша обязанность. Вот просто, если вы до сих пор этого не делали, и вы просто сидите на рекламе, и тупо приглашаете людей в бизнес, рассказывая им про маркетинг-план, что здесь хороший продукт, вы чуть-чуть упускаете возможности. От английского слова упускать lose. Это, что вам похоже, напоминает слово lose? И как называется человек, который упускает возможности? Вот, поэтому давайте с вами, давайте, я не хочу, такое грубое слово сказать, но это действительно, не упускайте своих возможностей. Вот я, как только
ну вот мои клиенты, списочек моих клиентов, он тянется. Люди, запомните, которые у вас хоть что-то покупали, хоть когда-нибудь, другую продукцию, может быть, вы колбасой занимались, может быть, вы квартиры, недвижимость продавали, может быть, вы там белье женское продавали, может быть, вы одежду какую-то, они у вас покупали что-то, запомните, закон продаж, они у вас купят все остальное, что вы им предложите. Все зависит от того, как вы помните, что люди – это главный ресурс. Напишите список, повспоминайте людей, которые хоть что-то у вас покупали. И дальше дополняйте список это тем, что вы выйдете на определенное число клиентов, которые вы обслужите. Представьте, у вас есть собственный ваш интернет, ну, вообще магазин, ну, неважно. Вы открыли салон, магазин, спортзал, там, медицинский центр. Если к вам зайдет там два клиента в месяц, не очень весело, правда? А 5, а 10. А 15, а 20, вот выберите сколько. Вот я, например, вот мне нравится число, я хочу, чтобы у меня было ну, много партнеров в организации. Это могут быть клиенты, три типа людей. Клиенты, которые пользуются, умные клиенты, которые пользуются и продают, там предприниматели. Но я хочу 100 партнеров вот в этом общем. Ну, вы видели, как в этой воронке из книг, кстати, в Праге я была в этом месте, это не просто была фотография, воронка из книг, она существует в реальности. Я хочу, чтобы у меня было 100 клиентов, которые способны, 100 партнеров, которые способны удержать 20 клиентов в месяц. Это реально, вот реально. Вот у меня на смарт-деливери 10 человек, 10. Бывает, честно, бывает немножко меньше. Меньше 5 никогда. Вот я приняла решение, меньше 5 никогда. Вот примите решение, 10, это может быть 20, но то, что у меня больше, чем 10, ну, людей, которые покупают что-то для себя. А сейчас начался период, когда люди, покупающие продукцию премиум-класса, прекратили покупать билеты на Кипр, Бали и ну, другие. Они сидят дома в изоляции. У них очень много денег сэкономилось на одежду, на всякие развлечения выходного дня и так далее. Развлечения экономятся. И они обратили взор вовнутрь, свое здоровье. Сегодня все поняли, вот все. Если ты заболеваешь, не приведи Господи, и попадаешь в больницу, это стоит дорого. Это стоит дорого, гораздо дешевле взять хорошую продукцию, которая поможет избежать лишних растрат на лекарства. Итак, моя цель, это 100 партнеров. Я даже их распределила, кто где находится, неважно, это вообще не важно. Потому что это вырисовывается вот в такую картину. 100 партнеров, которые работают с 20 клиентами. Это 2000 клиентов, которые генерируют 120 тысяч CV. 120 тысяч CV. Ну, я здесь... 120 тысяч CV – это закрытых 130... Сколько здесь у меня написано было? Это закрытых, ну, 4600 долларов. Я пропустила один слайд. Ночью делала слайды. Я еще отдельно вам проведу и расскажу на эту тему. Будет у нас отдельный вебинар. Ну, в общем, клиенты пользуются. Есть умные клиенты, которые вовлекают. Есть те, кто строит это, предприниматели. Но предприниматели – это те, вот вам важно запомнить, те, кто пользуется, те, кто бренд своего продукта, они вовлекают в потребление. И они строят карьеру, рассказывают о том, что предприниматели MLM – это круто. Но как и 100 клиентов, вот еще раз вспомните о том, что сделайте так, чтобы у вас было Smart Delivery, первый шаг. Второе – сделайте так, чтобы у вас было 5 человек на Smart Delivery. И тогда, если вы правильно запустите, вот эту дубликацию, вот эту, то у вас обязательно вот до третьего уровня будет больше, чем 100 человек,
которые работают по вашей системе. И наша академия, которая будет вот проходить, это идеальное место для того, чтобы обучаться. Какие вот у нас есть продуктовые акции? Ну, первую акцию я вам уже озвучила, о том, что у нас есть 4 набора из косметической серии, которые на 28% дешевле, чем из вкладки Smart Delivery. Вам решать, как вам лучше приобрести косметические наборы. Вторая замечательная, беспрецедентная акция, мне очень нравится. Когда вы берете на 100 CV Smart Delivery, будьте внимательны, не предварительного Smart Delivery, а только ежемесячного, то вам дают в подарок Revita Blue. И еще одна продуктовая акция. У нас есть и другие акции, сегодня вот озвучат обязательно, что за каждый регистрационный пакет дают роскошные подарки. И вы сможете, обратитесь, пожалуйста, к нашим слайдам, которые выйдут везде в чатах, какие подарки к Амбассадору, к Джамбо, к Сюприму. Но этим самым это, конечно, наша визитная карточка. Поэтому я хочу закончить вот мое выступление тем, что любой человек, даже если у вас сегодня нету квалификации, у вас нету организации, которая вам генерирует CV и пассивный доход, вам важно понять, что вы уже, делая такую вот прицельную работу по собиранию ваших клиентов, по вежливому, как это, постоянной работе с клиентами, там перезвонить, спросить, вот, допустим, вот у меня клиентка, которая 20 лет у меня покупает, сначала она покупала одну продукцию, потом она покупала другую, сейчас она покупает Джанес, я знаю все о ней, ну, ее там должность, как у нее на работе, какие трудности, что у нее внучка родилась, и поэтому я, например, там написала, там, доброе утро, там, здравствуйте, Елена Анатольевна, как вы поживаете, как продукт, который вы взяли, если это новинка, как внучка ваша, ну, подарки, вот сейчас замечательные подарки, представительство, киевское представительство выпустило набор шоколадных конфет, я хочу взять своим клиентам, это так приятно, клиенты любят, когда с ними коммуницируешь. Люди сегодня очень дорого это ценят. Спасибо большое за внимание. Я передаю дальше свой микрофон следующему выступающему. Поэтому... Ирина, спасибо большое, друзья мои. Ну, вы поняли, да, что самое важное – научиться брать, изучить вкладку в Smart Delivery, научиться считать, формировать самим акции, вам никто не запрещал, включайте свое творчество, делайте рассылку, создавайте какой-то свой даже продуктовый чат. Вот из первых 3-4 уже людей, которые заинтересовались, и начинайте там бросать им интересные фишки сначала по продукту, мой первый раздел, вспоминайте, да, а затем к этим фишкам бросайте вот такую акцию, одно буквально, ну максимум 2 объявления, вы помните, что больше людям на выбор ничего давать нельзя. И вы заметите, что деньги сразу пойдут к вам. Ну а сейчас мы с вами переходим к следующему разделу. Почему? Потому что, помните, я вас спросила, а кто вообще знает, что такое наш бэк-офис? Кто знает, какие первые необходимые вкладки, все нужно смотреть, изучать, какие основные правила должны знать вы и ваши партнеры по бизнесу? Я приглашаю сейчас сюда просто девушку в этом деле профессиональную, это Сафир 25, Лариса Балтитис. Приветствую ее нашими бурными аплодисментами. Ларочка, включайся, пожалуйста. Сейчас передам. Здравствуйте все, спасибо большое, Лена. Вы знаете, я вот сижу и вот оторваться не могу ни на секундочку. Две Елены прекрасные, да, Елена Куча, Елена Рыбальченко дали исключительную информацию, супер, супер информация. Каждый спикер, он просто выкладывается по максимуму, да. Тут уже у нас пошла немножко со временем, наверное,
немножко мы как бы, да, идем вперед, но я понимаю, скажем, ощущения спикеров, потому что хотим дать максимум. И я говорю браво и большое спасибо Елене Куче очередной раз. Я еще влюбилась в продукцию нашу, в нашу компанию. Я говорю браво и большое спасибо Елене Рыбальченко, потому что она с такой любовью говорила о продукте, я уже хотела у нее сама все купить. Понимаете? Вот что значит быть влюбленным в то дело, которое человек делает. Спасибо большое. И я сейчас включаю свою презентацию. Так. Ха-ха. Моя презентация. И мы с вами начинаем. Зовут меня Лариса Балтитис, и я являюсь, скажем, партнером компании GNS Global, я Сапфир-25, и я являюсь партнером уже 6 лет, я активный пользователь продукции, я тот человек, который здесь зарабатывает деньги. В сетевом бизнесе буквально пару слов о себе скажу. В сетевом бизнесе я уже 20 лет, я влюблена в это, в эту индустрию, в эту работу. Почему? Почему я выбрала GNS? Вы знаете, я нахожусь уже в том возрасте, когда нужно, ну, скажем так, активно смотреть за собой, да, то, что говорила Лена, прошел год, а ты повзрослел на один день. Мне это тоже очень откликается, то есть у нас очень пересекаются наши ценности. И мне действительно нравится в компании GNS то, что исключительно классный продукт. 6 лет я пользуюсь этой продукцией, и вы знаете, я не особо изменилась, я не увеличилась в килограммах, у меня, допустим, не появилось большое количество морщинок, то есть мне это нравится. Но больше мне нравится то, что я могу в своем возрасте делать бизнес и зарабатывать хорошие деньги. Я свободный человек, я не привязана к какому-то месту, офису, я не завишу от начальника, я сама планирую свое время, я сама планирую свои доходы, я много путешествую с семьей, и мне это нравится. И недавно мне мой внук сказал: «Лора, ты помнишь, что ты мне обещала, что мы, когда мне будет 6 лет, поедем в Париж, в Диснейленд?» Я говорю: «Конечно, помню». То есть у меня большие глобальные планы, и эти планы я могу осуществить благодаря международному бизнесу компании GNS, благодаря классной продукции и замечательному маркетинг-плану и условиям работы. И сегодня моя задача с вами очень быстро, поэтому берите активненько ручечки, да, тетрадочки, будете записывать, очень быстро рассказать о нашем бэк-офисе, как им пользоваться, какие основные моменты здесь есть, да, на что обратить внимание, и озвучить основные правила нашего бизнеса, которыми пользуюсь я, и я считаю, что те люди, которые будут пользоваться этими правилами, они однозначно достигнут результата. Поехали. Что дает компания, когда человек регистрируется? При регистрации компания дает, конечно же, наш общий, да, наш внешний сайт, я говорю, наша витрина, где любой человек может выйти, посмотреть все и изучить и продукцию, и маркетинг-план, то есть есть общая картинка. И когда вот тут, вот видите, человек нажмет, стрелочка красная, нажмет присоединиться, он сможет стать партнером компании, а когда он нажмет сюда, он, если уже партнер, он сможет зайти уже вовнутрь нашего, ну, скажем, бэк-офиса, где святая святых. Я сейчас это все покажу в реальном времени, но пока мы так просто с вами глазами посмотрим. Здесь вот находится вкладочка, где мы выходим в бэк-офис, и я вам сейчас покажу некоторые моменты, которые нужно знать, да. Сейчас я буду делать... да, такие вот исключительные вещи, но прежде чем это буду делать, у нас кроме возможности работать через интернет, да, мы работаем, мы полностью компьютеризированная компания, мы работаем через интернет, 150 стран, это вообще самая большая, знаете, фишка нашего бизнеса, то, что находясь где вы живете, Киев, Одесса, там, я не знаю, Харьков, вы можете строить и охватить сетью практически весь земной шар, да, но у нас есть как бы два инструмента, это наш компьютер и самое важное, это наш телефон. На телефон вы можете загрузить наше приложение GMobile, да, которое находится в App Store или в вашем магазине, которое есть там, и с этого, да, устройства, которое постоянно с вами и в транспорте, где бы вы ни находились,
телефон всегда в руке. Вы можете делать свой бизнес, вы можете делать заказы, вы можете прослеживать всю свою структуру, видеть свои чеки, вы можете это сами видеть и показать человеку. То есть мобильность и возможность, которые дает компания GNS, они действительно универсальны. Они, ну, дают такую мобильность и возможности, что человек, ну, с любой точки земного шара в любой ситуации может строить и выстраивать и прогнозировать свой бизнес. Теперь давайте я вам все покажу, да, в реальном времени. Это, конечно, для меня будет испытание, но ничего. Мы все сможем сделать. Так. Я буду контролировать себя, то, что я буду говорить и показывать. Вот это наш внешний сайт. Я думаю, что вы меня видите хорошо. И да, вы все понимаете, что когда человек регистрируется, он дает свое имя и получает свой внешний сайт. Вот здесь кнопочка, где человек нажимает для того, чтобы присоединиться и стать партнером. Но для того, чтобы зайти в свой кабинет, он нажимает на кнопочку «Войти». Очень часто поступают вопросы от новеньких партнеров. Лариса, а где я могу посмотреть маркетинг-план, чтобы он был написан? Так вот, ребята, если вы выйдете сюда, вы увидите все о продукции, да, которая касается красоты. Здесь все то, что касается продукции нашего здоровья. А когда вы нажмете на кнопочку «Возможности», здесь есть такая графа, да, такой раздел «Материальные вознаграждения». Это для новичков, которые любят читать. И выходя вот на эту страничку, нажимая сюда «Подробнее», «Начни строить свое будущее сегодня», «Подробнее», вы попадаете вот на это, да, на эту страничку. И здесь есть такая вкладочка «План вознаграждения». И вы здесь нажимаете, и у вас полностью есть документ, который вы можете скачать на свой рабочий стол и очень подробно изучить и прочитать все дословно. Вот здесь, на этой вкладке, для тех людей, которые любят читать, вы можете посмотреть, да, весь маркетинг-план. Теперь давайте пойдем дальше. Теперь, когда мы нажимаем на кнопочку «Войти», мы попадаем с вами вот на такую вкладочку. Внося здесь имя пользователя, здесь пароль, мы войдем с вами в кабинет. Но прежде хочу вам показать, если вдруг вы не взяли тетрадку и не записали свой пароль, и вы его забыли, вы нажимаете сюда, нажмите здесь «Забыли пароль», вы вносите свою почту, да, и вам компания на ваш email, который вы указали, присылает сразу автоматически ваш пароль. Но лучше, конечно, не забывать, лучше все записывать в свои тетрадки, но вдруг случилась такая оказия, забыли. То есть вот здесь забыли пароль, и вы сможете, да, как бы найти свой пароль на вашем почтовом ящике. Поехали дальше. Сейчас мы входим в святая святых, наш новый интерфейс, да, он такой, скажем, такой интересный, с ним нужно разбираться. Так, где он у меня? Загружается, все, загрузился. Вот такой наш интерфейс. Что здесь нужно знать? На что мы обращаем внимание? Первое, это наше, загрузить фотографию, пожалуйста, загрузите фотографию, чтобы вы были красавцами. Второе, активный, вот здесь отражается активность. Если вы не активны, здесь не будет стоять вашего такой птички. Обращайте внимание на это. Ваша квалификация, следующий раунд. Вот здесь внизу написана ближайшая дата умной доставки, да, вашей активности. Для того, чтобы у вас не сгорали баллы, то есть шло накопление, для того, чтобы зарабатывать циклы, деньги, да, бизнес-план вы будете немножко позже чувствовать, но, слышать, но чтобы у вас накапливались баллы, вам нужно поддерживать активность. И здесь отражается умная доставка, дата умной доставки 06.12, последняя 06.11. Если человек делал предварительный автошип, здесь тоже будет эта графа. Обязательно на это обращайте внимание. Здесь вот дистрибьюторы левой команды, дистрибьюторы правой команды. Здесь вам показано с правой стороны, после вот палочки, максимальное, ну, необходимое количество людей, а здесь показано те, которые есть на сегодняшний день. Вот тут. Чуть ниже, да, комиссионные, показаны, какие есть баллы справа, какие есть баллы слева и какое количество баллов вам нужно, чтобы закрыть цикл. Цикл – это 300 и 600 баллов. Как только у вас набирается 300 или 600 баллов, вы получаете премию.
Смотрите, вот здесь находится вкладочка «Кошелек». Я настоятельно рекомендую сразу зайти или вот туда, зайти на вкладочку «Кошелек» и оформить его, оформить. Если у вас он не оформлен, тут нужно будет дать имя пользователя, да, только другое, отличное от вашего, и пароль. И запишите все, чтобы вы не потеряли свой пароль. И когда вы зайдете в кошелек, обязательно сразу загрузите фотографию своего паспорта, да, одну страничку, да, своего паспорта. Украинский, российский паспорт загрузите, чтобы у вас активизировался кошелек. Потому что иногда бывает, люди говорят, ой, а почему у меня кошелек не активен? Да потому что ты его не активизировал, и он у тебя не активен. Дальше. У нас есть такая вкладка, которую вы должны знать, уважаемые новички. Немножко, видите, затормаживает. Сейчас он загрузится. Служба поддержки. Вот тут, вот видите, служба поддержки. Вот я отмечаю. Если у вас есть какие-то вопросы, в первую очередь вы выходите в службу поддержки, выбираете ту позицию, которая вам важна, которой у вас есть вопрос. Да, вот мой кабинет, генеалогия, баллы, кошелек, закупки, все есть. Выбираете и пишете в службу поддержки письмо с теми запросами, с теми, скажем, моментами, проблемами, которые у вас есть. И вам компания отвечает. Учитывайте разницу во времени. Да? Вот этот момент служба поддержки вы должны знать. Следующее, да, следующий момент, который вы должны знать, вот такое колесико. Когда мы сюда нажимаем, у нас высвечивается... У нас высвечивается вкладочка, да, «Мой профиль». Вот в позиции «Мой профиль» основное, что вы должны знать, это там, где вы можете выставлять направление людей, куда ставить человека. Называется «Размещение», блокировка размещения. Так вот, если вам нужно поставить человека справа, вы ставите именно слово «справа», а не «слева». Если вам нужно поставить человека слева, вы ставите слово «слева». И когда вы здесь выставили, да, направление размещения вашего нового партнера, вот тут обязательно слово «отправить изменения». Нажимаете кнопочку «отправить изменения», и я вам рекомендую еще раз выйти и проверить. Что еще есть вот под этим колесиком? Есть очень важный момент – это наши заказы. Обычно люди говорят, где мне увидеть мой заказ? Как понять, где он находится? Так вот, кнопочка, да, которая называется «Мои заказы», она находится, да, вот под этим колесиком. И когда вы видите свой номер заказа, с правой стороны сейчас загрузится, да, немножко, тормозит интернет, есть такая вот машинка. И вы, нажав на эту машинку, вы увидите, вам выдастся номер заказа, где находится заказ, и если он уже находится на новой почте, будет выдаваться номер прослеживания. Видите, написано «отгружен». Если я сюда нажму, будет номер, по которому я могу проследить. Это ваши заказы. Где же найти заказы в вашей нижестоящей сети? Тоже наша компания, наш магазин, наш бэк-офис дает такую возможность. Вы нажимаете вот на такой значок, да, структуры, на вилку такой похож, да, запоминаем. Нажимаете сюда и выбираете заказы нижестоящей линии. Нажали на заказы нижестоящей линии. И теперь мы нажимаем вот на лупу с крестиком, расширенный поиск, расширенный поиск. Когда мы нажимаем на расширенный поиск, мы опускаемся чуть ниже, и тут есть такая четверочка, самая нижняя позиция. Вот нам нужно эту четверочку убрать. Когда мы ее убираем, мы поднимаемся вниз и нажимаем опять на искать, на лупу такую. Когда мы нажали на эту лупу, у нас сейчас высветятся все нижестоящие заказы. Те заказы, которые делаются под нами, не лично нашей структуры, а просто под нами. Вот тут все заказы есть, кто что купил, да, мы это все видим, какого числа и так далее. Поэтому вот эти две позиции, которые вы обычно ищете, это очень важно. Следующее, есть очень такая интересная позиция – инструменты. Если вы нажмете на эти инструменты и выберете последнее «Поделиться Джанес», вот тут вам
Вообще море, море информации, классные, классные картинки, которые вы можете использовать в тех слайдах, которые говорила Лена. Тут есть и бренды, тут есть и логотипы, и фотографии, все есть. Пожалуйста, берите, скачивайте себе в очень хорошем качестве, в очень хорошем допущении для дальнейшей трансляции. Что еще здесь нужно знать? Нужно знать, что у нас есть функция магазин и Smart Delivery. А, вот мой бизнес. Давайте посмотрим мой бизнес. Когда мы нажимаем на позицию «Мой бизнес», сейчас грузится, у нас высвечивается опять такая панель, где мы можем посмотреть, в принципе, очень многие позиции. И наше выполнение промоушена, и нашу генеалогию, да, в любом, скажем, формате. Вот, видите, отчеты для дистрибьюторов, генеалогия, упрощенная, циклы, комиссионные, спонсорство. Если вы вдруг забыли, где ваша первая линия, не можете найти ее данные или ее телефон, нажимаете спонсорство, да, сейчас подождите, спонсорство. И вот тут рядом с вашей первой линией есть с левой стороны крестик. Нажав, сейчас загрузится. Ну вот видите, вот этот момент, ничего, время есть. Этот момент чуть-чуть, вот нажав на этот крестик, вы увидите все данные человека, да, вот все данные человека, имя, да, его email, телефон, и вы можете с ним связаться. Это тоже та информация, которая нужна. И вот тут есть такая вкладка «Квалификация флажков». Это тоже обращайте внимание. Для того, чтобы закрыть квалификацию «Сапфир», вам нужно, чтобы здесь было 12 человек с позицией флажка, да, и вот это вы можете тут прослеживать в разделе спонсорства. Есть еще один раздел «Двоичная информация». Как же узнать, активны вы или неактивны? Как проследить и как уберечься от потери баллов? Вы, когда выходите в двоичную информацию, вот тут у вас есть количество, двоичная информация, количество BV. И если здесь у вас стоит 0, тогда ваши баллы, они будут сгорят. У нас предел активности – это месяц плюс 7 дней. Вот если здесь высвечивается нолик, значит, баллы будут у вас уничтожаться, сгорать. Если есть здесь 60, значит, они не сгорят. И вот тут вы можете в нижней позиции, в этой графе проследить свою активность. То есть двоичная информация – это тоже то, что для вас важно, да? Спонсорство, комиссионные, отчеты для дистрибьюторов, это где там вам показывают ваши квалификации и так далее. Вот тут вот объем продаж, количество циклов. Люди, которые имеют, да, пакет основателей, вы тоже здесь все можете увидеть. Изучить, вот одно из пунктов домашнего задания, изучить. Следующий момент. У нас есть магазин, да, там, где есть продукция. И тут вам нужно, да, выбираете страну, которая вам надо. И вы здесь вы можете, да, смотреть стоимость продукции, какая продукция, и вот есть market special. Вот тут, когда какие-то промоушены, они вот здесь, вот market special, вот тут промо-пакеты, если вы решили купить промо-пакет. Вот, но для себя покупать продукцию я вам рекомендую по умной доставке. Умная доставка – это то, о чем говорила Лена, это то, что нужно знать, это то, чем нужно пользоваться, если вы умный предприниматель или даже вы просто клиент. У нас есть ежемесячная и предварительная. Если вы заказываете наперед, да, допустим, у вас активность сегодня 2 число, вот у вас активность 2 числа. Если вы заказали до 2 числа, это будет предварительно, и она сработает уже 2 числа. Если вы заказали, у вас активность 2, и вы хотите сделать активность, вы делаете ежемесячную. Вот тут вот находится все, что вам надо. Пакеты, продукция, акционные пакеты, сборные пакеты. В принципе, вот эти те основные моменты, которые вы должны знать в своем бэк-офисе. Очень важно изучить, очень важно, скажем, понять, что вам надо и где что находится. Да, это вы можете
со своим спонсором, еще раз проштудировать. Но я вам рекомендую зайти и методом тыка пройтись по всем тем точкам, то, что я сказала, зайти в магазин, зайти в заичную информацию, посмотреть свою генеалогию, да, посмотреть все отчеты, да, дистрибьюторов. Посмотрите сами, что там есть. Понятно, как выглядит наш бэк-офис, вы увидели. И вы его имеете, вы можете сами посмотреть. Теперь у нас есть служба поддержки. Я тут выставила, да, этот слайд, можете сфотографировать. Служба поддержки российская и украинская, где вы по любому вопросу должны позвонить, можете позвонить и задать вопрос. Конечно, хорошо, когда вы имеете скайп, можете человеку там показать. Любые вопросы, первое, вы решаете с нашей службой поддержки, потом вы пишете службу поддержки компании. Два момента, с которым вы можете взаимодействовать и задавать свои вопросы. Пожалуйста, информация вся есть, скайпы, телефоны, адреса, пожалуйста, пользуйтесь. Следующий момент. Основные правила бизнеса. Что нужно сделать новичку? С чего, в принципе, какие шаги вы должны знать? Первое. Изучить и использовать возможности сайта и бэк-офиса. Ребята, пользуйтесь то, что вам дано. Открыть кошелек и загрузить фото с паспорта первой страницы. Обязательно это сделать сразу. Быть на смарт-деливере – это личная покупка. Я сейчас покажу вам два сайта, слайда, вы поймете, для чего это надо, я даже выделила. Знать свой спонсорский ряд. Наш бизнес – это бизнес истории, и мы должны знать истории своего спонсора, вышестоящего спонсора, да, что, как, и чтобы это использовать в своей работе. Иметь инструменты для общения со своим спонсором. Когда вы берете и звоните своему спонсору, берите тетрадку, чтобы записывать те рекомендации, которые он дает, чтобы он не повторял вам 125 раз одно и то же. Нужно иметь телефон качественный, чтобы он не скрипел, а вы его слышали. Нужно иметь скайп, чтобы вы могли со спонсором показать ему экран, и чтобы он мог помочь, а не вслепую вам что-то рекомендовал. Комната Zoom, чат. Будьте на связи со своим спонсором. Надо быть в системе обучения и работы своего спонсора. Не изобретайте велосипед. Не думайте, что вы что-то знаете лучше или что-то знаете больше. Человек, который вас пригласил, он как минимум такой крутой пацан или такая крутая, да, что смогла пригласить вас. Поэтому, ну, уважайте того человека и будьте с ним на связи. Пользуйтесь продукцией и получайте свой результат, потому что без этого невозможно. Вы не можете говорить о том, чего сами не знаете. И, конечно же, не стойте в одной квалификации. Рост по карьерной лестнице. Растите в квалификации. И если вы новичок, поставьте себе задачу номер один. Специалист минимум за месяц. Минимум за месяц. В бизнесе можно использовать две стратегии. Две. Одна стратегия, я говорю о сетевом, одна стратегия – постоянно подписывать первые линии, постоянно подписывать первые линии. Кстати говоря, подписание первой линии – это тоже, ну, скажем, один из моментов активности в нашем бизнесе, который дает возможность, чтобы ваши баллы не сгорали. Подписывая человека, допустим, подписав человека в ноябре, вы можете, скажем, ну, быть в таком статусе активный в декабре, то есть ваши баллы не сгорят. И есть другая возможность, да, это создавать, да, построение товаропроводящей сети, основанную на личном потреблении. Но если вы сами не являетесь клиентом и потребителем этой продукции, вы об этом не будете говорить с людьми, вы этого не сможете транслировать. Поэтому прежде чем что-то требовать или говорить, или просить у людей, вот нужно делать это самому. Я подписываю каждый месяц, да, 1, 2, 3 человека, но это не значит, что я не делаю смарт-деливери. Я каждый месяц делаю смарт-деливери. И я, это для меня правило, мне сказали, что это правило, которое нужно использовать, а вы знаете, как правило дорожного движения, чтобы не попасть в аварию, я лучше буду делать и работать по правилам. Так вот, правильное решение, которое даст вам рост структуры и рост вашего чека, это использовать две стратегии. И подписывать людей, и быть самому на смарт-деливери, и делать так, чтобы ваша команда была на смарт-деливери. А теперь я вам скажу, покажу некоторые вещи. Вы скажете: Лариса, а почему я должен тратить деньги, быть на смарт-деливери? Так вот, я вам дам аргументы, конкретные аргументы. Первое.
две таблички, да, две позиции. Если вы просто активны за счет подписания людей, что вам это дает? Вам это дает просто сохранение и накопление баллов. PGV – это командные баллы. Все. Какие минусы? Это отсутствие вашего личного товара. Что вы можете потреблять, если вы ничего не покупаете? Отсутствие вашего личного результата на продукт. То есть если даже у вас появился какой-то горящий клиент, вам даже показать его нечего, потому что у вас продукта нету. Какие же плюсы есть Smart Delivery? Первое – это выгодная покупка со скидкой 50%, и я вам это докажу. Это ты сам пользуешься продукцией и имеешь свой личный результат, и это 100% так работает. Это заработок через розничные продажи, то, что говорила Лена. Это ежемесячная умная доставка на 100 CV дает вам подарок на $100. Вы каждый месяц, уже получая подарок, вы уже зарабатываете $100. Вы получаете дубликацию, потому что если вы это делаете, вы транслируете это своим людям, и люди вас повторяют. Это я вам тоже покажу. Увеличение лидерского бонуса. Когда у вас есть 5 человек на Smart Delivery, ваш лидерский бонус увеличивается с 20 до 25. Когда 10 человек, 30. Ну, понятно, что 8,75 больше, чем 7, а $10.5 больше, чем $7. Это 100%. Понятно. Условия для получения пакета основателя – это тогда, когда у вас люди на Smart Delivery. И, конечно же, это и сохранение баллов, и накопление PGV, которые потом транслируются, перерабатываются или превращаются в циклы. Немножко по времени я перебираю. Ну, я не знаю, останавливаться или говорить дальше. Пример выгоды Smart Delivery. Смотрите, пакет, то, что говорила Лена. Просто глазками увидите. Вы покупаете Smart Delivery, берете на 100 CV, вам дается 2 пакета, да, резерва, один в подарок и Revita Blue в подарок. Стоимость пакета 5,184, $183, я брала без доставки. Фактическая стоимость продукции 354, вот вам 50% увеличения до вашей прибыли, 50%. И вы получаете скидку, и вы пользуетесь продукцией практически бесплатно, а если вы продадите, вы получите $200 чистой прибыли. Ребят, ну, это ну, просто подарки, подарки, которые нам дает компания. Запомните, да, этот пакет, он у вас есть Smart Delivery, вот там так он выглядит, посмотрите и еще раз изучите. И еще один момент, дупликация. Дупликация, о которой я говорила. Смотрите, мы же хотим, чтобы команда росла, мы хотим остаточный доход. Ну что мы для этого делаем? Если у вас люди будут на Smart Delivery, это вы будете знать, что каждый месяц у вас есть какой-то, да, чек, который вы получите, независимо от новых подписаний, независимо от лидерского бонуса. Смотрите, если у вас будет 20 человек на Smart Delivery, на 60 или на 100, вы получите, сначала это будет, допустим, один цикл, да, у нас $35. Допустим, если люди берут, 20 человек берут Smart Delivery на 60, вы получите, да, 20 человек, это $35. Если это будет у вас, я брала без спилловера, я чисто брала ваших людей, там еще есть спилловер, да, есть какие-то накопленные баллы, я просто взяла голые баллы, чтобы вы понимали. Это будет 70. 50 человек, это вы уже заработаете $105 и 175. А когда у вас будет 100 человек, это не лично ваши, это и спилловер включается, это все, что под вами. У вас будет, да, 100 человек, либо на 60, либо на 100, ваш доход уже будет 210 и 385. И таким образом, если под вами уже будет группа, структура, которая помимо подписаний будет делать Smart Delivery либо на 60, либо на 100 CV, вы выйдете на гарантированный остаточный доход либо $155, либо практически $2000. Это помимо новых подписаний, это помимо лидерского бонуса. И это просто вот такой стартовый момент. Притом здесь учитываются все люди, и ваши спонсорские линии, и ваши, то есть вся команда. Поэтому, ребята, возможности громадные. Успех вашего бизнеса, конечно же, в ваших руках. Поэтому делайте его
грамотно и умно. И ваше домашнее задание. Изучите, пожалуйста, ваш бэк-офис. Еще раз пройдитесь по тем пунктам, которые я говорила. Задайте вопрос, если есть вопросы у своего спонсора. И учитесь методом тыка. Да, ищите. И я заканчиваю свое выступление, и я хочу пригласить, да, своего спонсора, или я передаю Лена. Лена, я передаю тебе слово, наверное, да, как ведущий. Я вас благодарю, передаю слово Елене Кучи. Спасибо большое. Спасибо, Ларочка. Ну что, друзья мои, вот как не влюбиться в такой инструмент работы, который показала Лариса, да, вот такой возможности вообще бэк-офиса, сколько мы сегодня знаем и сколько денег проходит мимо нашего носа, согласны? Поэтому я бы могла вообще сейчас, вот Лариса вообще потрясающе показала еще раз нам эти возможности. Лариса, спасибо огромное, я честно сижу, фотографирую, представляете, хотя вроде бы все знаю, вот так мне это все интересно. Но я отвечу коротко на два вопроса, которые были, да. Первое, как восстановить потерянные баллы, спрашивала Ирина. Ирина, баллы компания восстанавливает один раз, только один раз. Вы их можете восстановить в течение 3 месяца, которые прошли, ну вот если с момента сгорания баллов, да. То есть нужно провести за эти все месяцы, ну, вот если вы месяц пропустили, нужно сделать акташип обязательно. Что, короче, на момент восстановления балла вы должны быть активны, вы должны, то есть у вас должна быть закупка минимум 60 CV. И подается письмо в нашу службу поддержки. Сегодня этим занимается или Киев, или Москва. Можно, конечно, написать с бэк-офиса в американскую службу, но, в принципе, пишите лучше в нашу службу, это происходит быстрее. Вот я недавно, мы это делали, у меня, к сожалению, человек потерял баллы, там не успели провести оплату через банк, и они сгорели. Вот. И восстановили очень быстро, но американцы отвечают, что это может быть только один раз, если вы допустите еще раз, вам никто это не восстановит. И второй момент, что означают флажки в отделе вкладки спонсорства. Значит, смотрите, флажок у вас выставится тогда, прям такой натуральный флажок, когда этот человек станет специалистом. То есть у него будет 2 человека, по одному в правой и левой ноге. Когда вы посчитаете у себя вкладки спонсорства 12 таких флажков, то вы, конечно, безусловно, по всей логике станете сапфиром. У сапфира статус сапфир – это 12 специалистов. Ну, вообще, теперь всем остальным хочу, друзья мои, сказать, что у вас сейчас будут какие-то вопросы, детали. Вы же видите, мы стараемся, все спикеры вообще огонь, да, стараются подать материал. Мы понимаем, что время, ну, наше здесь не безгранично, да, хотя вы видите, что насколько мы вам даем сжато. Вот. Но вы поймите, без этих 5 разделов, без этих 5 шагов ничего не произойдет в бизнесе. Ничего. Поэтому будем стараться. Вот. И я тоже думаю, что для вас сейчас и время летит незаметно. Согласны? Вот напишите, пожалуйста. Поэтому вот вопросики вы мелкие спонсорам зададите свои. Вот. А сейчас, безусловно, наступит 2 самых важных раздела. 2, потому что, помните, я вам задавала вопрос. Что же такое сказать? Что такое сказать про свой волшебный продукт? Почему? Что такое сказать про возможности нашего бизнеса, про маркетинг-план, вот и так далее? То есть, понимаете, это все... Я всегда говорю, запомните эту фразу, у вас никогда не будет 2-го шанса на 1-е впечатление. Малейшая ваша заминка незнания приведет к потере человека. Правильно? Правильно. Поэтому вот эти академки нужно посещать до тех пор, пока вот здесь вот не забьется вообще все. Штырь такой железный, я это знаю. Как это будет проявляться? Уверенность, с которой вы будете с человеком разговаривать. Что такое уверенность? При заданном вопросе вы не отведете глаза, вы даже не моргнете, вы спокойно улыбнетесь. Ну, наконец-то вы мне задали этот вопрос. Я так долго жду, чтобы вам на него ответить. Все, этот клиент в вашем кармане. Согласитесь со мной, да? Вот чтобы это происходило, нужно напитаться и понять все то, о чем мы говорим, тогда с вас это будет сходить свободно. Поэтому сейчас я передаю бразды правления нашей школы. Я сказала, осталось 2 важнейших раздела, наш маркетинг-план и старт новичка. Фактически вам дадут пошаговый план действий, что вы должны будете сделать. Кстати, с домашним заданием. Поэтому все, друзья мои, мы выходим на нашу
значит, экватор, да, на нашу финишную прямую. Я передаю бразды правления нашему с вами капитану, нашему с вами спонсору, человеку, который вот это все держит, инициирует и так далее. Жанна Платонова, рубиновый директор компании Janes. Друзья, всем привет. Спасибо, Лена, спасибо нашим спикерам. На самом деле очень такая напряженная, горячая обстановка. Я лично сижу даже, боюсь выйти водички попить, ловлю каждое слово. Давно не получала такого драйва от обучения, тем более онлайн. Это правда. Не потому... Я вообще люблю обучение, которое с душой, обучение, которое, ну, которое прожито людьми, так скажем. Я люблю... спикеров, я люблю тренеров, которые дают то, что прожили сами. И вот сегодня именно тот случай, но есть приятная новость, ребята, даже в нашей последующей академии будут другие спикеры, но каждый раз это будет прожито конкретными людьми, поэтому не пропускайте вот такой возможности присутствовать, даже если нам понадобится и 2,5 часа вот на такой академии, потому что это залог, это фундамент вашей работы на ближайшие пару месяцев. Для кого-то это что-то освежить, а для кого-то это действительно заложить фундамент. Скажу так, забегая наперед, я потом еще буду говорить эту цифру. Вот, допустим, у нас с вами за прошлый месяц в нашей команде пришло 60 новых человек. А теперь на секундочку представьте, каждый из вас, кого из новичков вы сюда сегодня не завели, вот если бы эти плюс 60, нет, я думаю, что кто-то из них, конечно, здесь есть, был бы здесь, насколько легче вам было бы делать свою работу? Я всегда говорю так, работать надо немного, а работать надо мудро, да? Итак, поехали. В чем же заключается лично моя мудрость в работе? То есть я всегда считаю, что надо по максимуму использовать те ресурсы, ту возможность, которая есть. Вот для меня Академия – это вот как раз вот та возможность. Я надеюсь, что вы возьмете ее по полной, и на нашу вторую Академию вы буквально сделаете все, чтобы привести всех новичков, всех заинтересованных, даже тех старичков, которые, может быть, где-то потерялись, что-то у них так, они будут здесь. Моя задача сейчас не состоит вам давать школу по маркетинг-плану на самом деле, потому что, как мы уже говорили, все мы работаем в системе работы наших спонсоров. У всех у вас есть спонсоры, у спонсора есть его система работы и обучения. Практически мы, ну, все один, у нас практически это все одинаково, все в одной как бы лодке, мы в одном направлении, может быть, где-то есть какие-то нюансы, как, вот, поэтому обязательно вы не смотрите, где у кого что больше толще, вы смотрите четко по направлению за своим спонсором. И вот на этих платформах, где размещена эта система обучения, есть загружены очень хорошо вкладочки про маркетинг-план компании. Ну, во-первых, это есть у нас на основной странице бэк-офиса, и это есть на наших обучающих платформах. Прекрасные вкладки, вы нажимаете, и там все. И файловый документ, вот тот, что в основном в бэк-офисе, там видео есть, там короткое видео, длинное, объяснение, аргументы, все это есть. Моя задача в чем состоит сегодня? Моя задача состоит в том, чтобы показать вам, в чем же мы сильны. Вот как Лена говорила, вот чтобы, когда вот тебя спросили, застали врасплох, я не знаю, там, задали вопрос, вот даже, или целенаправленно по маркетинг-плану, или ты там общаешься с человеком по продукту, а вдруг тебе, а вот финансовое вознаграждение, а чем вы отличаетесь от других? Так вот, ребята, есть две новости. Одна хорошая, одна тоже хорошая. Первая новость. Первая рекомендация. Никогда не вступайте в дебаты с кем-то по поводу маркетинг-планов. Ну, запомните, это стратегия сетевого маркетинга. Где-то 60% уходит в сеть на вознаграждение. Это в любой сетевой компании. И понимаете, доказывать, что в нашей компании вот это больше, там, бонус, стартовый бонус, а в нашей компании больше лидерские бонусы, а в нашей больше за товарооборот, это такое глупое перетягивание канатов, которое рано или поздно заведет вас в какой-то тупик. И вы просто останетесь недовольны друг другом. А наша задача, задача любых переговоров, это остаться довольны друг другом, иметь желание на дальнейшее продолжение разговора. Правильно ведь? Ставьте, пожалуйста, плюсики, если вы со мной согласны. Как-то реагируете. Вот, то есть наша задача не испортить ситуацию, да,
Так вот, мы никогда не спорим. И надо четко понимать, что маркетинг-план, его всегда надо рассматривать в совокупности с возможностью компании. Вот знаете, может быть, какой может быть? Ну, слушайте, 60% отдается в сеть. Я вообще человек традиционного бизнеса до сетевого маркетинга. Я 20 лет имею опыта традиционного бизнеса и уже плюс 20 сетевого. Ну, не думайте, что мне так много, хотя мне на самом деле 58 лет, да? Вот, и я, правда, продукт своего продукта. Но, то есть я понимаю и традиционный бизнес, и я понимаю сетевой бизнес. И многие вещи, как бы, я рассматриваю с этого симбиоза этих двух позиций. Кстати, именно поэтому я написала вот такую книжку, почему предприниматели выбирают MLM. То есть я четко знаю, как с ними общаться и как им продать наши финансовые вознаграждения, не через кружочки, да, как мы традиционно рисуем, а через какие-то другие аргументы, которые позволят им прийти. Поэтому очень, кстати, рекомендую так вот каждому иметь по десятку таких книжечек. Если ты не хочешь сам изобретать велосипед, ты просто человеку-предпринимателю даешь почитать, может быть, подарить. И там все, там факты, аргументы и доказательства. И человеку, и мотивация, конечно, да, что стоит прийти, самое главное. Так вот. Очень важно человеку показывать и разговаривать на его языке. Первое. Если это сетевик, на языке сетевика. Если это традиционщик, то с ним надо о маркетинг-плане на языке традиционщика. Это когда-то давным-давно еще, знаете, как это, я только начинала бизнес, меня научил так один человек, он сказал: «Жан, я не понимаю вот эти кружочки там ваши, вот эти баллы, я не понимаю. Ты мне просто скажи, вот чтобы заработать $1000, я инженер, говорит, сколько метров траншеи я должен прокопать? Я знаю. А вот сколько у вас я должен чего прокопать?» Поэтому вот с такими людьми надо на их языке разговаривать. Вот. Но самое главное, надо понимать, что самый лучший маркетинг-план, а я вам скажу, почему наш лучший, чуть позже, он не будет работать, если не будет предыдущих вот этих вот вещей, о которых мы говорили. Если не будет супер идеи, если не будет супер продукта, который действительно инновационный работает, и если не будет он так все, это не будет так все хорошо упаковано, залогинено. Ну, то есть, если не будет шикарного сайта международного, если это не будет замасштабировано, и если не будет, так сказать, безупречная логистика. Безупречная логистика у нас, потому что вот сколько есть стран задействованных на сегодняшний день, 150 стран, везде работает своя платежная система, это не ваша головная боль, везде работает своя служба доставки, это не наша головная боль. То есть вот эти все вещи в совокупности с маркетинг-планом, они и дают вот то, о чем мы можем говорить, что мы на сегодняшний день сильные, что мы на сегодняшний день лучшие, да? Вообще никогда, знаете, есть правило, мы никогда не говорим, что мы лучшие, мы говорим, что мы сильные, мы говорим, что это наше преимущество. А пусть человек сам решает, это сильнее, чем у него, это больше, чем у него, это преимущественнее, чем у него. Это тоже правильный момент ведения переговоров, потому что когда начинаешь сравнивать, ты теряешь доверие, а теряешь доверие, это ни к чему не приходит. Маленький момент такой, на заметочку возьмите. Так вот, смотрите. У нас вот есть основные 6 видов дохода, вы их видите, сегодня о них немножко говорили, это прибыль от розничных продаж, у нас шикарный бонус на привлечение новых партнеров, вы знаете, от $25 до 400, просто только на одном этом виде дохода за привлечение новых партнеров вы можете продержаться там, я не знаю, какое-то время, месяц, два, полгода, год, ну, пока построите сеть, потому что скорость построения сети, она у всех разная, все зависит от твоих навыков, от твоих амбиций, ну и даже от стратегии, которую ты выбрал. Понимаете, как? Мы чуть позже, там будут рекомендации по первым шагам, и очень обратите на это внимание. Потому что если ты хороший продажник, выбери стратегию на первом там триместре, на первых 90 дней, все-таки построить товаропроводящую сеть. Это более важно, чем пытаться изобретать новую профессию построителя сети. И там ты не делаешь... ты не реализуешь свой потенциал, и здесь ты еще новенький. А как-то за 90 дней, ну, совсем стать профи, это, ну, можно, если у тебя есть хорошие навыки,
Вот, или какой-то опыт, или еще что-то. Поэтому вот этот бонус для привлечения новых партнеров, если вам нужны деньги, вы не хотите ходить на работу, вы не хотите зависеть, сидеть где-то по 8, по 12 часов, работать на кого-то, ну, ребята, ну, реально можно зарабатывать $400, сидя дома у компьютера, это правда. И это круто, потому что вы видели, у нас предыдущие наши спикеры показали, что это крутое предложение, у нас крутые инструменты. Командные комиссионы, вот, о них уже говорили, чуть позже я вам еще раз акцентирую на этом. Лидерский бонус. Лидерский бонус – это когда ты зарабатываешь проценты от заработка твоих людей. Это тоже круто. И стимул для удержания клиентов, ну, дистрибьюторов, премиальный бриллиантовый фонд и дополнительные, постоянно действующие бонусные промоушены, бонус на путешествия. Это на самом деле у нас вот столько, да, видов дохода, не 6, а больше, постоянно действующих. Просто компания официально декларирует, обещает 6. Так в чем самый прикол вот нашего маркетинг-плана? Смотрите, когда мы о нем говорим с кем-то, не рекомендую, повторяю, сравнивать. Вот у нас стартовый бонус такой-то, у вас такой-то. Да, у кого-то он может быть больше. Но если вы разберетесь, там, где большой стартовый бонус, я всегда разбираюсь во всех маркетинг-планах компаний, которые на рынке есть и которые заходят, то обязательно там возможности для лидерских бонусов, для бонусов от построения сети, от товарооборота, там просто нету. Там просто можно умереть и не встать, понимаете как? Или наоборот, есть какие-то хорошие там плюшки вот, в бонусе от товарооборота. Но стартовые бонусы, ну, не начать и не закончить, понимаете как? Вот у нас он сбалансированный. Вот услышите это слово. На вас могут работать все 8 пунктов, но как минимум 4 пункта могут работать на вас с первого месяца. Это прибыль от розничных продаж, это бонус за привлечение, это 7-й бонусные промоушены и бонус на путешествие. Вот эти 4 могут работать на вас уже с первого месяца. Классно, супер. Дальше происходит такой момент, когда ты уже навыки приобрел, ты окреп, ты уже стал... Вот такой вот, да? Вот у тебя уже появляется дубликация, строится сеть, и ты уже выходишь на командные комиссионы. Соответственно, когда есть команда на лидерские, ты растешь, у тебя еще есть повышающие, соответственно, ты приходишь к статусу, и ты можешь получать бриллиантовый бонус. То есть что означает, что сбалансированный план? Что в этом маркетинг-плане тебя может найти новичок. Вот мы сегодня говорим о академии для новичков, да, первые 3 месяца в бизнесе. Себя здесь может найти новичок, и поверьте мне, это в первый месяц 4, уже на второй ты можешь, а может быть, и на первой командные комиссионные, и лидерские, то есть, ну, все зависит от того, с каким багажом ты заходишь в этот бизнес, да, то здесь себя спокойно находит новичок, без привязки ко всему. Здесь, если ты уже вырос из штанишек новичков, здесь хорошо можно реализовать свои амбиции по скорости, по объему, по товарообороту, то есть можно шикарные деньги получать на товарообороте. Я вам покажу потом в конце пример, скриншот слайда чека дневного. И здесь можно получать шикарные деньги на лидерских бонусах. Я знаю лично в этом бизнесе людей, которые зарабатывают 90% своего чека только на лидерском бонусе. Просто вырасти под собой хотя бы одного или два лидера. Или пригласи таких, может, они сами вырастут. Ну, это все дело времени. Наш спонсор, вышестоящий Джейсон Караманис, 80% его чек – это лидерские бонусы. И он говорит, это много лет в сетевом бизнесе, да, более 25. Он говорит, это первая компания, в которой мой чек на 80% состоит из лидерских бонусов. Более чем 80% из лидерских бонусов. О чем это говорит? Это говорит, что в его команде много людей, которые зарабатывают тоже деньги. Я, кстати, когда смотрю свой дневной чек, я всегда анализирую матчинг-бонусы. Меня интересно, сколько людей сегодня заработали свои циклы, то есть заработали от товарооборота. Поэтому две главных вещи, когда вы с кем-то общаетесь, что маркетинг-план надо рассматривать в комплексе, и когда вы разговариваете с кем-то о маркетинг-плане, обязательно говорите, наш маркетинг-план сильный, потому что он накладывается на супер-идею, наш маркетинг-план сильный, потому что он накладывается на хорошо упакованную идею и замасштабированную. Потому что, конечно, маркетинг-план, он сильный в том, что мы всего 10 лет на рынке,
То есть мы уже не новички, мы себя зарекомендовали, но у нас еще, как говорят, непочатое поле работы, понимаете как? То есть вот эти такие аргументы, тогда маркетинг-план действительно он заиграет всеми своими красками. Это же маркетинг-план, но взять, наложить, допустим, на компанию, которая работает на одном рынке, с каким-то продуктом, но так себе, ну вроде неплохой, ну вроде какой-то бат, ну вроде какой-то кремчик, понимаете, как, ну вроде как, да? Он слабо сработает. Вот в чем феномен Жанес, что маркетинг-план, он хорошо просочетался, наложился на возможности инструмента компании. Поэтому это первая фишка, о которой вы всегда говорите. И вторая, что надо его рассматривать сбалансированно. Что в этом маркетинг-плане и для новичка есть место, и для, скажем, лидера среднего звена, и для высокого лидера, для там, ну, эмеральда, бриллианта и так дальше. Смотрите. На чем хочу остановиться? Что у нас очень крутые продажи, мы сегодня о них говорили, но обратите внимание, что у нас нет необходимости продавать face-to-face, да? Вы можете просто продавать через свою реферальную ссылку. Это тоже одна из наших фишек. Отправил человека, он купил в магазине онлайн, и вы получили своих 30-40% комиссионных. Можно заработать на рознице. Ну, это такой примерчик, мы его пролистываем, потому что те примеры, которые сегодня были раньше на правильно использованном смарт-деливере, они на самом деле показывают, как можно заработать не 30-40, а все целых 50%. И я надеюсь, вы это усвоили, да, поставьте, пожалуйста, семерочки, если вы поняли, что не 30-40, который декларирует магазин Жанес, можно заработать, да, наш интернет-сайт, а можно все 50%, если грамотно использовать вкладку смарт-деливери. Бонусы вы видите, я думаю, что вы подробнее с этим будете иметь возможность ознакомиться с каждым пакетом. Но обратите внимание вот на красную циферку $400. Если сегодня можно заработать $400, бьем на эти пакеты, на амбассадоры, которые можно заработать $400. Да, они дают все чуть меньше, всего 315 CV, но, как по мне, лучше больше и больше. Лучше меньше, но больше. Вот. Лучше пусть будет меньше CV давать, но больше таких пакетов, потому что чем больше вокруг меня счастливых людей, которые зарабатывают хорошие стартовые бонусы, тем богаче будет моя сеть, мой товарооборот и, соответственно, мой чек. Как быстро заработать свою первую 1000? Ну, понятно, надо приглашать людей, которые приносят больше CV в сеть. Это пакеты амбассадоры, это пакеты Supreme. Это, конечно, гораздо больше, чем вы будете приглашать людей на базики, потому что базик дает всего 100 CV. Это логично. Запомните просто эту картинку, можете ее сейчас сфоткать. Вот это обратите внимание, если вы до сегодняшнего дня не были знакомы, не понимали, что такое CV, вот для вас четко нарисовано, что CV – это потребительская стоимость продукции, но это как для того инженера, сколько метров траншеи, понимаете как? Я ему потом посчитала, какой объем ему нужно сделать, исходя из CV, и, соответственно, перевела это на количество людей, сколько должно быть в команде, то есть надо же понимать эти CV, с каким количеством людей делать. Это называется у нас бизнес-план, и сегодня у вас будет такое домашнее задание. Так вот, когда у вас с одной стороны 600 CV, с другой 300, неважно с какой, вы зарабатываете $35. Одна нога у вас обязательно есть общая с вашими всеми вышестоящими спонсорами, и она называется спилловерная. Вот эти понятия, которые, ну, можно пока запомнить, но я вам скажу так. Я бухгалтер по образованию, да, проработала много лет главным бухгалтером. Я в сетевом маркетинге тоже не новичок, но заходя вот на такую систему, на бинарно-линейную, на комбинированный маркетинг-план, как у нас, на гибридный, я увидела презентацию, нам давали, я что-то еще увидела, но все это четко стала понимать, когда мне в офисе, о, упало $100, о, упало 35. Сразу вспомнила, ага, маркетинг-плане, вот за это то-то. Вот как классно ложится, когда это сочетается с практикой. Поэтому жмите на педаль практики. Теория хорошо, можно все зазубрить, но надо практиковать. Подключать людей, получать эти деньги, стартовые бонусы, подключать людей, получать CV, и, соответственно, сразу все у вас в голове выстроится, да? То есть я вот это все могу с закрытыми глазами, мне это не надо изучать наизусть. Так что CV – это теперь ваша любимая единица измерения, ваш норма-день. Сколько CV сегодня пришло в твою сеть? Вот если к концу дня ты сказал, вот на утро у меня было столько-то CV, а вечером столько, значит, все, хорошо, ты заслужил
приятный ароматный чай с травами. Если это не произошло, ну, ты просто заслужил водичку с лимоном. Ну, можно себе такой поставить как бы тайминг, понимаете, заслуг своих. Смотрите за этим, боритесь за этими CV. CV – это ваше будущее. Вот CV как раз создает вам пассивный доход. Полюбите их, эту единицу. Вот так, чтобы вы понимали, чтобы выйти на пассивную $1000, о пассиве все мечтают по ставке 12, кто пришел сюда за пассивом, вам нужно всего-навсего иметь в команде 52 человека, которые в месяц в состоянии пригласить аж одного человека на амбассадор. То есть если у тебя в команде будет 52 человека всего-навсего, ну не в твоей личной, вместе со спиловером, под тобой, будет 52 человека, которые в месяц будут аж одного подписывать на 500 CV там, или 2 на 250. Ну, то есть приносить 500 CV в месяц. Тебе как этот человек каждый будет. Месяц, не в день, месяц. То у тебя будет пассивная $1000. Запомните эту цифру. В сетевом маркетинге самое сложное – выйти на первую $1000 пассива. Потом пойдет все вот как по геометрической прогрессии. С 1000 вы перескакиваете на 3, с 3 на 5 и так далее, и так далее. Шикарная цифра, 52, визуализируйте себе в карту желаний, вот везде напишите, вот команда 52 человека. Ну, вообще советую, дам задание вам в конце, личный бизнес-план, я скажу, что это такое. Ну, здесь показано, каким образом формируется эта команда, и на самом деле показывается, что можно выйти на большую цифру за какой-то период. Очень важно в этом плане, чтобы это все состоялось, идти по статусам. Наша компания имеет такую карьерную лестницу. Обратите внимание, это важно для всего. Это важно для лидерских бонусов, потому что чем выше у вас статус, тем больше процент лидерских бонусов вы зарабатываете. Обратите внимание. И это важно вообще для построения бизнеса, потому что наш бизнес – бизнес дубликации. Для вас должно быть две стартовые отметки. Первая – специалист. И мы рекомендуем это сделать в первый месяц. И сапфир, потому что за сапфиром у вас идут уже директорские статусы. На самом деле сапфир – это как граница между тем, что у тебя уже начала расти команда, и между большим чеком. Потому что за сапфиром ты выходишь на тот уровень, когда действительно твой чек может умножаться, умножаться, умножаться. Но если правильно, говорю правильно, сделана вот эта вот работа до сапфира, то есть правильно запущенная дубликация на специалистов. Поэтому сделайте хорошую работу, потрудитесь первые 90 дней и пройдите вот эти, ну, минимум 3 ступенечки: специалист, нефрит и жемчуг. Пройдите их качественно, пройдите их с пониманием, что все, что ты вложишь вот в этот фундамент на этом периоде, на в эти 90 дней, оно даст вам рост, сапфир, и потом хоп-хоп-хоп-хоп, понимаете как? То есть не будет, что ты засядешь на сапфире на многие годы, нет. Если ты к сапфиру придешь, а сапфир – это 12 единомышленников, это 12 человек у тебя, у которого хотя бы по 2, но по 2 единомышленника, по 2 человека, которые вместе с тобой, вместе с этим своим человеком погружены в этот бизнес. Тогда будет все the best. Но поверьте, вот наша академия, наша система обучения, она дает возможность действительно за 3 месяца сделать качественного сапфира. Поэтому я сейчас объявляю, как сказать, ну, будет нехорошее слово, объявляю такой вот хороший задор на качественных сапфиров. Даешь качественных сапфиров. Кто со мной входит в эту воронку, ставьте 15. Поэтому если на сегодняшний день ты сапфир, ну ты, вот может быть, на Академии сапфира, но ты не можешь сказать, что у тебя действительно 12 качественных людей, у которых по 12 тоже, ну качественных, единомышленников, качественными я называю единомышленников. Входим вместе в эту воронку, тем более есть приятная новость, о которой я сейчас чуть позже скажу. Итак, чем больше у вас будет людей в первой линии на Smart Delivery, вы получаете шанс на лидерские проценты, понимаете как? Поэтому обязательно вот на эту Smart Delivery просто молитесь, потому что это ваш шанс на увеличение вашего дохода. Бриллиантовый бонус – шикарная вещь. Вот здесь пример, как это показывается, что в среднем где-то сейчас в компании один бриллиант получает $150 000 бонусов в квартал. Понимаете как? Вот это есть очень круто. И вот как это выглядит в реальности. Вот вам скриншот одного чека. Это моего чека. Совсем, как бы тут посмотреть по времени, это буквально тут как бы даже не полдня.
И вот вы видите, циклы – это мои CV 300 на 600, это по $35. А вот это все лидерские бонусы. Почему я говорю, я безумно обожаю эти дни, когда вот этих вот лидерских бонусов много. Я получаю их по максимуму, потому что у меня 10 человек на Smart Delivery. Соответственно, я могу брать лидерские бонусы с той глубины, которая мне позволительна. И я получаю с каждого $35 в моей первой линии. Вот, например, моя первая линия заработала $35, вот, да, Макс Фитер и Лариса, обалдитесь. А я заработала 10.50, я зарабатываю 30% каждый раз, когда она зарабатывает. Или другая моя первая линия. Скажите, мне это выгодно? Конечно, выгодно. Но, поверьте мне, я начала делать свои смарт-деливери 10 человек, никогда мои первые линии стали зарабатывать $35. А я начала это делать с первого дня нахождения в бизнесе. Я пришла с предпринимателей. Я знаю, что бизнес – это правило. Если ты хочешь здесь построить бизнес, играй по правилам. Не пытайся ломать правила, не пытайся изобретать свои. Их уже до тебя изобрели. Если ты захочешь, ты потом их можешь усовершенствовать, если сочтешь нужным. Но ломать правила не надо. Вы знаете, чем отличается предприниматель от человека, который не имеет опыта предпринимательства, который, может быть, ничем не занимался и занимался неуспешно? Тем, что предприниматель, он не ломает правила. Предприниматель приходит и принимает правила. Когда-то на заре своего начала сетевого маркетинга я одному бизнес-тренера, моего наставника в том первом бизнесе спросила: скажи, пожалуйста, вот, мне лучше, вот у меня в окружении очень много успешных людей. А как мне лучше, затрагивать их? Ну, они же успешны, они зарабатывают деньги. Или мне лучше затрагивать вот людей, которые там есть, которые, ну, не зарабатывают деньги, не умеют, не знают, как бы в поиске. Он говорит, если у тебя есть успешные люди в окружении, затрагивай их. Лучше взять успешного человека и поменять ему мозги, ну, показать видение этого бизнеса, да, вот в этой книжке, кстати, хорошо прописано, чем взять неуспешного, неудачного и научить его еще, понимаете, да, он тоже имеет шанс, он тоже будет, но ты этот путь будешь с ним проходить дольше. А знаете почему? Все зарыто в одном моменте. Люди, которые уже предприниматели, успешные были, они знают правила. А когда ты играешь по правилам, рано или поздно тебе успех просто обеспечен. Сейчас я хочу закончить свою такую короткую речь. Ну, ваша задача – это тесно работать со своим спонсором, составить личный план на 90 дней, просто категорически настаиваю, если вы этого еще не сделали. Самому стать специалистом, если вы еще не специалист, в течение, ну, тут я тут такой, знаете, у меня немножко макси-план, неделя-две, ну, хотя бы месяца, первого месяца в бизнесе, и ваша просто, ну, необъяснимая, нет, как объяснение, неопровержимая задача – это минимум 5, а лучше 10 человек, партнеров, личный, иметь на ежемесячные умные доставки, если мы говорим о пассиве. Все равно рано или поздно от потребления продукта мы перейдем же к пассиву, да? И, конечно, показывать всем выгоды наших пакетов. Есть замечательная новость. Я сейчас не буду вам ее разжевывать, потому что есть специальный слайд, он у нас уже загружен в наш телеграм-канал, вы там можете посмотреть. В этом месяце, если вы еще не сапфир, вы можете заработать премию $1500, стать сапфиром. Поэтому шансы у всех одинаковые, шансы у всех классные. Но даже если ты уже сапфир, у тебя еще лучший шанс. Вырасти под собой такого сапфира, вырастет твой товарооборот, потому что для того, чтобы этот человек получил $1500, он должен иметь 3200 PGV, да, командного товарооборота, ну, своей команды, без спилловера, ну, 3200, то есть не личного, а командного. Вырасти под собой такого сапфира, у тебя человек заработает премию, у тебя увеличится товарооборот, у тебя будут лидерские бонусы, и самое главное, это хороший задел на дальнейший ракетный вылет твоего бизнеса. На этом я, наверное, на данном моменте остановлюсь. Я с вами чуть позже потом встречусь, потому что у меня сейчас приятная новость, миссия сделать определенное признание, сделать определенные подарки людям, да, в конце нашего вебинара. Я надеюсь, что в такое сжатое время постаралась вам дать свое отношение к нашему маркетинг-плану, к нашему финансовому вознаграждению.
Если у вас будут запросы, вы пишите их в чат, задавайте сюда, вы задавайте вашим спонсорам, мы обязательно это обсудим, и мы по всем, которые вопросы у вас будут возникать, мы будем или делать дополнительные задания, или направлять вас уже на те готовые школы, интенсивы, которые у нас уже есть, чтобы вы их прошли для более глубокого изучения какого-то вопроса. Сейчас я хочу передать почти что финальный жезл, да, потому что финальный буду я делать нашим спикерам, с нашим Сапфиром. Это семейная пара, которая показывает пример семейного бизнеса. Это пара, которая показывает пример традиционного бизнеса и сетевого. Обожаю читать их посты в Фейсбуке, потому что они действительно показывают, чем мы сегодня круче. Они всегда говорят, да, у нас есть традиционный бизнес, но ООО. И поэтому мы занимаемся сетевым, потому что ООО, понимаете, я обожаю читать их посты. Это ребята, которые знают, что такое сетевой бизнес вот с кровью, да, с потом, как говорят. Поэтому сейчас я приглашаю сюда Лилию Руденко, Александра Гацкота, ребята, которые вам сейчас подведут как бы итог наших предыдущих спикеров и четко вам разложат все-таки, что нужно делать новичку первые шаги. А если вы не новичок, вы все тоже внимательно слушайте, потому что вы спонсор, и вам нужно обязательно эти шаги четко знать и понимать, чтобы ваш новичок был правильно запущен. Даже если у вас сегодня еще его нет, он появится завтра. Но вы должны завтра знать, что с ним делать. Итак, Лилия, Саша, пожалуйста, к микрофону. Доброе утро! Всем привет! Привет из Одессы! Блин, какая невероятная вообще школа у нас происходит. У меня мурашки идут по телу. Крутые темы вообще, действительно очень важно. Вообще каждый спикер делает невероятную, максимально крутую работу. Да, за нас почти все сказали, но мы все равно подытожим, потому что мы приготовили тему. Не все сказали. У нас очень большой классный блок, очень важный блок, потому что очень многие, когда заходят в этот бизнес, не знают, а что же делать в этом бизнесе, какие шаги сделать. Да. Или пригласил человека в бизнес, а что же с ним делать? Мы сейчас расскажем пошагово. Итак, нас зовут Александр и Лилия. Мы одесситы, сапфиры компании Genes. Мы предприниматели в семейном бизнесе, у нас семейный контракт. Мы делаем все семейно. Итак, поехали, друзья. Запуск новичка в бизнесе. Когда к нам приходит новичок в бизнес, мы провели с ним перед этим встречу, но, возможно, мы не до конца раскрыли этого человека. И нам есть о чем с ним поговорить, нам нужно как-то притеплиться, присоединиться, узнать его боли побольше. И в виде такого вот первой встречи, да, можно как при такое притепление, можно поиграть в такую игру, она называется «Колесо жизненного баланса». Это такой тест, который о нем все, ну, все практически знают, о нем много есть в интернете, есть много обучающих всяких роликов. Поэтому через это колесо баланса мы можем выявить боль человека, почему он пришел в Genes, зачем он пришел, за здоровьем, за карьерой, за финансами, за взаимоотношениями и так далее, за семьей, потому что мы когда-то друг друга нашли именно в сетевом бизнесе. Это выполняется при первой встрече, в первый же день. За чашкой кофе можно определить, что же делать дальше с новичком. Итак, шаг номер два. Это обязательно нужно сделать в первые же часы, в первый же день. Присоединение к системе работы команды и спонсора. Это обязательно присоединиться ко всем командным инфочатам. Вы должны получать все новости оперативно. Вы, конечно же, должны подключиться к чату результата применения продуктов. Да? Вы своего новичка должны подключить и объяснить ему, откуда брать результаты, да, в свою папочку. От спонсора обязательно на связи со своим спонсором во всех мессенджерах, которые вам доступны, да, и научиться в новых мессенджерах работать. Командный обучающий ресурс, где существуют школы, да, страницы в Facebook, страница спонсора, страница вышестоящих спонсоров, страницы компании официальные на тех языках, на тех рынках, которые вам интересны. Запомните, не передайте своему новичку, что ты работаешь в системе обучения и развития своего спонсора. Это домашнее задание нужно сделать максимум за один день. Не оттягивайте. И, конечно же, пока идет продукт, да, человек заказал продукт, он его ждет, и пока он ждет продукт, мы обязательно изучаем маркетинг-план, план вознаграждения, о котором говорила ранее Жанна.
это обязательное условие, чтобы человек видел, да, какие у него возможности есть для заработка. Посмотреть обязательно, еще раз повторю, эту школу, быть на новых школах по маркетингу, посмотреть видео и подготовить вопросы спонсору, потому что они обязательно будут по маркетинг-плану и по бэк-офису также. Да, знакомимся еще здесь и с бэк-офисом. Шаг номер 4 – это знакомство и использование продукта. У нас есть 90 дней, у новичка есть 90 дней для того, чтобы изучить 28 продуктов. Выделите 2-3 дня на изучение одного продукта и повышайте свою экспертность. Что необходимо иметь после изучения каждого из продуктов? Первое – ссылку на информационный ролик о продукте. Если вы работаете на рынках с другим языком, на других языках. Ключевые продающие фразы о продукте, да, те фразы, которые по щелчку пальцев могут включить внимание вашего собеседника. Конечно же, истории и отзывы. Отзывы желательно с фото, да, и это нужно брать с того чата, да. Я также знакомясь вот на таких вот академиях и на командных встречах. Конечно же, знать стоимость продукта. Какой это бизнес, если мы не будем знать стоимость нашего, да, товара? И обязательное домашнее задание, да, мы знакомимся с продуктом, мы организовываем себе папки, чтобы мы не, постоянно не искали где-то на чужих сайтах, на чужих платформах. Мы и заводим свою папку материала по продукту, то, что говорил Саша. И мы обязательно фиксируем свое состояние, потому что к вам уже пришел продукт, вашему новичку. Нужно прочувствовать себя, нужно сделать замеры, если мы садимся на программу Дзен. Мы фотографируем лицо, если мы омолаживаем свое лицо. То есть можно даже сделать анализы, и мы фиксируем вот это свое состояние и рекомендуем также вести дневник своих наблюдений, что с вами происходит. У нас этот дневник наблюдений начала вести наша клиентка, одна из таких VIP, о которых говорила Лена Рыбальченко, да, у нас тоже есть клиенты, и именно она начала вести дневник своих наблюдений, и она действительно поражается тем результатом, своему состоянию, своим анализом. Причем мы это не рекомендовали, это да, ее было сама. Собственное желание. Так, поехали далее. Шаг номер 5. Работа со своими целями. Обязательно нужно встретиться с вашим новичком, да? То есть либо новичок берет и встречается со своим спонсором. Нужно поговорить, нужно поставить свои цели, нужно поставить бизнес-цели на 90 дней и сделать это пошагово, да, так сказать, сделать рубежи в 30 и 60 дней. Ну, например, да, вот мы сделали такой пример. Первые 15 дней, как только новичок пришел в бизнес, нужно поставить цель стать специалистом. И это не такая большая, архисложная задача. У нас есть действительно очень масса, много примеров, когда люди за 2 дня, за 3 дня закрывают специалиста и... Значит, стать специалистом и заработать от 50 до 800 долларов, да, об этом говорила Жанна по нашему маркетинг-плану. Далее, 30 дней, цель. При помощи плана новичка, при помощи академии, при помощи команды, при помощи наставников закрываем статус нефрит. Это 8 личных партнеров или 4 специалиста. Цель 60 дней – достичь статуса жемчуг. Это 12 личных партнеров или 8 специалистов. За 90 дней при помощи плана новичка, при помощи команды, при помощи академии, да, мы достигаем статуса сапфир – это 12 специалистов. Домашнее задание – каждому спонсору со своим новичком, либо новичку составить цели и просчитать планируемый доход. Человек должен видеть, какие деньги он планирует зарабатывать. Да. И следующий шаг у нас – это встреча со спонсором для того, чтобы определиться, да, стратегия продвижения, потому что у нас есть несколько, здесь идет такая вот вилочка у нас. Мы можем делать бизнес офлайн, это на земле, и мы можем делать бизнес онлайн, это то, что все происходит в интернете. И также есть еще одна вилочка. Ты создаешь команду предпринимателей, да, ты работаешь, бизнес масштабируешь свой, или ты создаешь сеть клиентов, то, о чем говорила Лена Рыбальченко, да, где тоже есть первые, и они там очень хорошие деньги. И вот на этой встрече мы как раз определяемся, да. И для тех людей, кто выбирает стратегию продвижения бизнеса в онлайн, шаг номер 7. Это первое, это очень важно, подключиться к командному обучению. Информацию об командном обучении нужно взять у спонсора, на котором вы пройдете следующие темы. Кстати, замечу, что точно такой же блок изучения, да, тем продвижения бизнеса в онлайн стоит тех денег, вы сами знаете, сколько стоит обучение, да, работы в интернет. Итак, вы на этом обучении
узнаете, как создавать страницы в соцсетях, создание бренда и что такое бренд, целевую аудиторию, важно для себя определить, контент-план и как с ним работать, таргетинг, реклама, лидогенерация, чат-боты и взаимодействие с подписчиками. То есть не, просто сумасшедший багаж знаний для того, чтобы быть в онлайн. Далее, освоить средства коммуникации. Это мессенджеры, Skype, Zoom. Это все, что необходимо для того, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией. Обучение по созданию веб-презентаций. Да даже PowerPoint там нужно научиться работать, да? Обучение проведению онлайн-консультаций. Прийти, конечно же, про обучение по работе с возражением и закрытие сделок. Потому что все сводится к тому, чтобы бизнес генерировал вам прибыль. Итак, домашнее задание для тех людей, кто выберет стратегию продвижения в онлайн, это... эти домашние задания вы будете выполнять ежедневно, как только вы будете продвигаться от темы к теме. Итак, информация у спонсоров. Как получить обучение продвижения онлайн? Да, и следующее направление – это стратегия продвижения офлайн. Как правило, лидеры, они могут работать и офлайн, и онлайн. Но на этапе новичка нужно выбрать какое-то одно направление, сфокусироваться, что для вас лучше, что для вас ближе, что для вас эффективней. И стратегия офлайн – это работа на земле. Это, как некоторые говорят, что это работа по старинке, но она действительно очень эффективная, потому что есть серьезное тоже обучение, которое вы получите у спонсора, где мы проходим такие темы, как развить свою базу данных, как ее правильно написать, как ее расширять с помощью нетворкинга, искусство телефонных переговоров, работа с возражениями, искусство закрытия сделок. Это все есть, и вы получаете вот эти вот навыки и прекрасно справляетесь со своей работой офлайн. И также вы получаете навыки организации мини-презентации. Это когда вы собираете свой маленький круг друзей, когда к вам приходит спонсор, и когда на этой презентации выстреливает несколько контрактов. У нас это произошло буквально на прошлой неделе с нашим партнером. И домашнее задание также выполняется по каждой теме, которую вы будете проходить. Шаг номер 9. Работа с клиентами. Да, действительно, это та тема, которая великолепно раскрыла Елена Рыбальченко. И я влюбился в эту тему, еще будучи в Карпатах, на нашем командном обучении. Итак, первое, да, что нужно сделать с клиентом? Присоединить его к чату по результатам продукции. Второе, давать ознакомительные видеообзоры, видео по продукции. Приглашать на клиентские клубы. На них действительно очень много интересной и ценной информации. Сопровождение клиента. Перезванивать. Да, обязательно сопровождение клиента, да. Конечно. Ввести клиента в свою клиентскую базу. И как только у вас появляются какие-то новости, новые продукты, тут возможно ему сообщать. По возможности брать отзыв о применении продукции. И, конечно же, если человек доволен, если он открыт к вам, да, а вы, естественно, расположите этого человека к себе, берите рекомендации. Конечно, сюда можно добавить какие-то подарки, внимание, запишите дни рождения вот в своем клиентском, да, вот в своей базе клиентов, дни рождения ваших клиентов, и это тоже им будет приятно, если вы их поздравите. Следующий шаг, очень важно, да, это мероприятие, это то, что включает людей, это то, что включило нас, потому что изначально 6 лет назад я пришла в компанию GNS как клиент, и более 3 лет я была просто клиентом у Ларисы Балтитис, но именно мероприятие нас включило, которое было, проходило офлайн. Это на земле, мы поехали в Берлин на огромное масштабное мероприятие, и именно там нас это завело, нас это включило, мы увидели, какие масштабы. И мероприятия онлайн – это то, что происходит сейчас у нас, это те мероприятия, которые проходят через интернет, они действительно тоже бывают очень крутые, и у нас сейчас это тоже происходит. Надо запомнить, что наши мероприятия – это не развлечение, это часть нашего бизнеса, это часть нашей работы. Какие же бывают мероприятия, да, и календарь наших мероприятий? Итак, мы разделим это на 3 группы. Командные мероприятия – это то, что происходит в нашей команде, да, в команде Жанны Платоновой. Первое – это академическая школа для новичков, которую мы торжественно запустили в декабре месяце. И эта школа, академическая школа, будет проходить один раз в месяц, в начале каждого месяца. Второе – это еженедельные вебинары. Третье – это командное планирование один раз в неделю, да.
со своим спонсором. И четвертое – это VIP-клуб для клиентов онлайн. Это все действительно очень важные мероприятия, потому что на них мы как раз все вместе, мы друг друга знаем, знакомимся и так далее. Далее, региональные мероприятия – это все, что происходит на нашем рынке, да, на нашем большом рынке. В частности, это Украина и близлежащие страны. И ближайшее такое мероприятие, которое тоже происходит раз в месяц, это GNS University, да, это университет GNS, и это происходит онлайн. И громаднейшие мероприятия от компании, которые открывают идеи, которые знакомят с историями успеха, на которых выводят новые продукты, на которых сами делятся действительно мега-крутой информацией, на которой приглашают невероятных спикеров, да, такие как Тони Робинс, который был недавно, да, на нашем мероприятии. Это происходит лид один раз в год, да, это лид, где собирается, ну, это лидерское такое мероприятие. И экспо – это подведение итогов в конце каждого года. Домашнее задание – внести в ежедневник предстоящие мероприятия. Спросите у своего спонсора, если вы только-только зашли в этот бизнес, какие в декабре уже планируются мероприятия и что происходит в январе. Да. И вот как пример, можете уже пометить, да, что у нас 5 декабря GNS University. Да, на странице Facebook Украина либо Россия, то есть это есть уже выставлено это мероприятие, нужно просто зайти на страницу и посмотреть. Кстати, для удобства очень хорошо вести Google календарь. Да, да. Можно в Google календаре, а можно в своем ежедневнике. Совершенно верно. И подытожим, да, подытожим. Мы сейчас пробежались по нашим таким основным темам. И если уделять этому внимание, если фокусироваться и каждый день выполнять нужные действия, нужные домашние задания, каждый может преуспеть и достичь успеха и выстроить свою организацию. Используя необходимые инструменты, которые мы вам даем, которые дали предыдущие спикеры, которые есть у нас на школах, и играть по правилам то, что говорила Жанна. Уже все придумано за нас, нам нужно только повторить, правильно поставить лестничку, вот как на картинке, для того, чтобы выйти к своему Эвересту. Итак, подведем итог. Первое, у вас есть план на 90 дней. Второе, у вас есть спонсор и наставники. Третье, у вас есть система обучения вашего спонсора и команды. Четвертое, у вас есть основной партнер, компания, которая выстроила все бизнес-процессы идеально. Вам только нужно брать эти инструменты и делать, да, свой бизнес. У вас есть все, чтобы освоить этот бизнес и быть успешным. Берите в руки эту возможность и ждем вас, ваших новых партнеров, на следующей сессии Академии ПРО. В новом статусе! Успеха всем! Спасибо. Спасибо за внимание! Пока! Спасибо большое, ребята. Ну, в общем, вы видите, да, просто такой огонь, такой задор. Я уже думаю, что каждый себе сейчас взял такую вот амбицию в новом статусе встретиться на нашей Академии ПРО в начале 2021 года. Мы так хорошо сейчас размялись с вами. Это наша первая, это наш ребеночек, это Академия, да. И вот, ну, она уже ПРО. А поверьте мне, что будет в январе. Итак, сейчас я хочу подвести итоги, то есть традиционным разделом наших академий будут также подведение итогов и подсуммирование все-таки, что мы с вами имеем на декабрь месяц. Ну, первое, что я хочу сказать, ноябрь месяц у нас зашло в нашу команду с вами 65 новых человек. Так что, ребята, это уже плюс 65, с кем вы можете декабрь месяц сделать гораздо лучше, чем был предыдущий, чем ноябрь, да, ну и, конечно, будут заходить к нам люди еще в декабре месяце, так что не останавливаемся, обязательно проанализируйте каждый своего новичка, неважно, может быть, человек зашел, зарегистрировался, купил просто продукт, да, потому что у нас там акция была, регистрация за доллар, вы знаете, вы, у нас очень много историй, вот последнюю вы сейчас слышали, Лилии и Саши, заходили клиентами, стали топ-лидерами. Так что все 65 должны остаться с нами или как построители сети, или как наши, как VIP-клиенты. Обязательно приучим их к нашему VIP-клубу по продукту. Каждый месяц у нас с вами будет признание людей, которые на Smart Delivery, потому что это правило бизнеса, это основа бизнеса, и мы точно знаем, что бриллианты строятся на Smart Delivery. А какой же, как сказать, лейтенант, который не мечтает стать генералом, да? Так вот, все мечтают стать бриллиантами –
А мы с вами будем не просто мечтать, мы будем делать. И для этого есть очень простые и полезные шаги. Это Smart Delivery 5+, 10+. Итак, я хочу поздравить сейчас тех, кто у нас был в ноябре с Smart Delivery 5+. Это Татьяна Васильчук, это Лариса Балтитис, это Елена Куча, это Елена Рыбаченко 10+. Ну, и я 10+, да. Вот, есть приятная новость. Мы будем разыгрывать между теми, кто на Smart Delivery, каждый месяц подарки, да. Мы будем разыгрывать подарки. Сейчас я это сделаю первый раз в онлайне. У нас с вами 5 участников. А еще Валентин Куча, что-то я слайдик пролистала. Итак, у нас с вами есть 5 человек. Они имеют присвоенные свои номера. Сейчас я открою эту вкладочку. Я думаю, вы с удовольствием поучаствуете со мной в этом процессе. Вот, Елена Куча у нас под номером 1. Татьяна Васильевича под номером 2, Лариса под номером Балтитис 3, Валентин Куча под номером 4, Елена Рыбаченко под номером 5. Мы сейчас разыграем такой маленький лот, $50 к текущему Smart Delivery в подарок. Что-то у меня не срабатывает. Вы видите мою рабочую... Мой рабочий стол. Вы сейчас видите это сайт генераций? Нет, да? Вот я нажимаю поделиться, а он не хочет что-то. А сейчас? Я, чтобы прочитать ваш ответ, это... О, есть, хорошо, тогда я возвращаюсь на эту страничку. Ну, вот смотрите, здесь от 1 до 5, да? Я нажимаю «Сгенерировать», если вы видите. И у нас выходит цифра 2. Все увидели? Все увидели, да, ребята? То есть без всякого, вы видите, подвоха, без всего. Все по-честному. Вот. Так, я сейчас этот отключу. Все, мы вернулись. Я вернулась к вам. Супер. Цифра 2, это у нас Татьяна Васильчук. Итак, $50, Таня, вот тебе улетит на текущий Smart Delivery. И я думаю, это однозначно даст тебе возможность заказать не 60 CV, а больше. Хотя Таня у нас, она любит заказывать 100 CV, но будет еще лучше. Так, еще я хочу поздравить с заслуженными премиями от компании. Вы знаете, когда у нас идут бонусные премии, они не сразу озвучиваются, они не сразу выплачиваются, потому что на это уходит полтора месяца. 30 дней дается на то, чтобы, ну, все сохранилось, потому что любой человек, он может иметь право на возврат заказа 30 дней, а если он вернет, то значит что-то с вашей премии может уйти, какой-то объем, да. И потом еще от вчерашнего дня, вот вчера уже эти премии были подтверждены, премии за октябрь месяц, еще 45 дней, то есть через 2 недели эти деньги уже будут у вас в ваших кошельках. Сейчас они просто в разделе комиссионные. Итак, у нас, вы помните, был предыдущий промоушен в октябре за повышение статуса. У нас 3 человека, ну, у нас много было повышений статуса, но 3 человека еще заработали премии. У нас Светлана Гординская закрыла специалиста, подняла статус, заработала $75. Оксана Пилер Нефрита заработала премию $200. И Стручок Ирина заработала $800, став жемчугом. Так что, ребята, все the best, все классно.
помним про то, что у нас в этом месяце. Итак, я вам сейчас напоминаю, что у нас в этом месяце, что нам поможет поднять наш бизнес, заработать по возможности больше пунктов с нашего маркетингового плана. А тем, кто не сапфир, желаю стать сапфиром. А кто сапфир, чтобы у вас в команде обязательно появился как минимум один сапфир. Знаете, это дело чести сейчас каждого сапфира, чтобы у него в этом месяце появился один новый сапфир в команде. И что нам в этом поможет? Нам поможет регистрация за $1, нам помогут подарки с регистрационным пакетом. Только обратите внимание, очень прошу вас обратить внимание, здесь участвуют амбассадоры Джамбо и Сюпримы, но не все Сюпримы, есть список Сюпримов, которые участвуют. Поэтому, когда вы хотите заказать Сюприм с подарком, говорите человеку заказывать, просмотрите, есть ли этот пакет вот в этом списке. Потому что у нас есть действительно Сюпримы, которые очень, как бы, сами по себе уже дорогие, да? Вот, и там уже возможность подарка нету. Но шикарные подарки – это Mind и система Luminous по уходу, да, 3 единицы. У нас с вами есть подарок Revitablo на 100 CV. Ребята, пользуйтесь, это вообще круто, это бомба, и я вам говорю, это очень помогает нашему качеству жизни. Знаете, есть два понятия. Есть понятие жить, а есть жить качественно. Если вы выбираете качество жизни, вы выбираете продукцию Жанес. Возьмите себе как триггерное какое-то слово. Это вы можете действительно с любым человеком разговаривать на эту тему. Если человек хочет просто жить, он просто живет, он пользуется правильным питанием, он пьет воду, он, может быть, какие-то витамины принимает. Но если человек хочет качественно жить, он пользуется продукцией Жанес. И вот наши Smart Delivery, где есть подарки вот на 100 CV, это в этом действительно поддержка. И, конечно, дополнительно к Smart Delivery, кто хочет себя побаловать к новому году или своих близких, краткосрочная акция, и она еще очень интересна тем, что дает 3 travel балла. Это ваш выбор, где вы будете покупать эту косметику, в Smart Delivery или в магазине, но обратите внимание, здесь есть 3 travel балла, то есть кто собирает travel баллы на путешествие, это очень как бы важно. Это краткосрочная акция. И наш сапфир, сапфир промоушен. Закрываешь сапфира, условия 3200 PGV и твои $1500 к Новому году у тебя. 31 декабря вы точно так же увидите, что вы их заработали, это подтверждение, и потом в разгар праздника вы их получите. И, ну да, подтверждение, потом январь, эта сумма еще у нас, еще раз объясняю по премиум, чтобы вы знали эту деталь. Декабрь вы ее зарабатываете, январь она висит в разделе премии, потому что могут быть возвраты, и это будьте с этим очень осторожны. Особенно, когда касается объемов PGV, никогда не играйте впритык в этом плане, то есть, если есть возможность, сделайте чуть больше, вы не всегда знаете, кто может у вас в глубине сделать какой-то возврат, но если знаете, уверены, то да, чтобы не слететь с премии, очень шикарная, хорошая премия, да, ну и, конечно, вы получите ее тогда вот 15 февраля, но это все классно, это здорово, и самое главное, будет расти наш бизнес, поэтому я завершаю нашу академию. Я думаю, что мы хорошо сегодня прошли этап рождения нашего нового проекта. Нас ждут еще очень интересные моменты и сюрпризы в этом месяце. Нас ждет VIP-клуб для клиентов, так что заранее уже готовьтесь. Условия присутствовать на VIP-клубе, ты туда приводишь минимум 5 гостей. То есть без гостей там входа нет. Поэтому вы уже заранее готовитесь, кого туда пригласить. Это будет очень интересное мероприятие. Тоже с розыгрышами, с подарками, с выступлениями экспертов, с мастер-классами. Мы строим свои бизнес-планы, сейчас садимся, работаем четко со спонсором. У кого не проработаны эти шаги, прорабатываем, потратьте на это день-два. Это много времени не надо. И, конечно, мы с вами шикарно встретим Новый год. Мы не просто проведем 2020 год, все равно он был для нас полезный чем-то, а мы шикарно встретим Новый год. Всем хорошего, продуктивного дня. Пока!